Четенько. В общем, в чем смысл? Они берут, значит, вот эти вот самые горячие перчики, самые-самые горячие. Ну, а точнее, они уже купили его высушенный, но технологию, как его сушить, типа, тоже рассказали. Измельчают его, потом его, значит, измельчают его в миксер, потом заливают его алкоголем каким-либо, чтобы... Ну, они конкретно спирт, по-моему, пищевой использовали, но там речь идет о том, что экстракт, вещество горячее, которое вызывает вот эту вот пекучесть у перца, оно типа не растворяется в воде, а дескать вызывается только в вот такой вот штуковине. Мы всегда были близки. В связи с чем они это, естественно, сделали. Действительно. Потом засунули в ультразвук. В ультразвуком они разрушили клетки, чтобы пошло выделение непосредственно этого вещества в раствор. Потом его в центрифуге, и потом поставили его сушиться на неделю. Ну, не на неделю, надолго, короче. И в итоге вот эту штуковину они сейчас начали пробовать в сравнении с всякими другими веществами. Так, а какой у нас? А, этот у нас. Ну, все. Все четко. Значит, вот это не надо было покупать после всего. Вот это поворот кек. Это не... Ну и вот. Экс-рыба. Здорово. Да, короче, блин. Эта штука, она по плану... Они, значит, сделали три на пробу. Одна из них, значит, вдвое усохла. Ну, то есть то, что вышло из центрифуги, они выпаривали до того, чтобы концентрация в два раза уменьшилась. Одну, по-моему, в 6 раз и одну в 10. То есть они плиту оставили. И вот они первую попробовали, сказали, что это типа острее, чем все, что там они до этого пробовали. Соус. Вот, поэтому будем смотреть. Так, йоу, чел, а с тобой можно говорить? Нет? Ладно. Да, как уже упоминал... тележки. Надеюсь, что мы в этот раз не будем болтать, сколько в прошлый раз. У-у-у, новые трюки. Пошел. Да, потому что в прошлый раз, если честно, что-то прям затянулось. Это опять гитарист отметился на карте. Кайф. Что-то болтовня в прошлый раз. Жесть. Надеюсь, прямо сейчас четко займемся делами. Естественно, как мы обсуждали в прошлый раз, мы туда ехать не собираемся. Вот сюда ехать не забираемся. Вот сюда ехать. Ну, если прям понадобится каких-то много баб. Может быть. Так, в принципе, тоже пока не надо. Сюда вот надо. Я открашиваю эту штукину. О-о-о, сюда нельзя. Здесь особенная лестница. Извините. Кину. Вот здесь шансов больше всего. Ну, не знаю, Майк. Камин. Мы уже теряли там людей. Озеро. Теряли людей? Кого? Палас. Когда? Да месяц назад Эванс и Торрес за припасами ходили. Я ж тебе говорил. Ни хрена ты мне не говорил. Я говорил. Мы пошли за ними, но вход завалило. Байки стояли снаружи, везде были фрики, не помнишь? Я даже не уверен, что они попали внутрь. В чем проблема? Мы тут... посмотрели те бумаги из Кэмп Шермана. Там есть шахта, которую собирались расширять. Конечно, и там наверняка осталась взрывчатка. Да. А теперь Шиза говорит, что мы уже потеряли в этой шахте двоих. Эй, нет, Майк, я не это сказал. Слушайте, я... Ну, давайте карту. Я заберу взрывчатку, да, и прищу ваших разбежался. Людей. Эй, ты чё психуешь-то? Вот ты ему веришь, Майк, а я нет. Скажи, сколько Такер сейчас отстегивает за ящик динамита? Ты мне а? Это прекрати, он дело делает. Правда? И какое дело? Херит нам договор с упокоителями? Берет Рики и едет тусоваться хрен знает где? Что он делает, а? А ты что делаешь, а? На жопе сидишь, пока все пашут. Я охраняю лагерь. От грабителей, воров и всяких намадов. Эй, а ну-ка, хватит! Хватит! Вот что, не доверяешь? Пойдешь с ним. Но только помни, и ты тоже. Помните, мы тут все из одного лагеря. С чего он вдруг переменился? Он же изначально... Собственно, утром возьмем байки и поедем. Нам сейчас рассказал, поеду. Где взять эти штуки. Сейчас? Прикрывал, да, чтобы мы за ними ездили. Ну да. Пока темно, а сейчас меньше фриков внутри шахты. А, точно. Пока ты маялся дурью и гонялся за черными вертолетами, стал экспертом по фрикам. А что, надо быть экспертом, чтобы знать, что фрики выходят по ночам? Так, да? Ну все, ладно, прекратите. Странно, да?
Причем не только сейчас, он еще и до этого. Сразу же после первой миссии, в которой он был своим челом, сразу же стал не своим челом. Но карта будет у меня. О нет, только не с ним ходить. Охренеть. Послушай, у него есть тараканы, но это как у любого из нас. Но он знает, что делает. Понимаю. Скажи это Торосу с Эвансом. Дик, я просто не хочу, чтобы с ним в этой вылазке произошел какой-нибудь несчастный случай. Где мотоцикл? Господи, почему он так? За кого ты меня принимаешь? Я пока не определился. Поговорим, как вернешься. Ясненько, охренеть. Ладно, с этим челом разговор, я думаю, будем скипать что-то. Он. Ох, какой же он теперь красивый-то. Ну, куда мы едем? Цвет, но, блин. Lucky Lad, знаешь, где это? Да. Хорошо. Я тебя там подожду. Да? Не отставай. Ой, покрышечки-то теперь какие хорошие. Дикон, ответь! Это лагерь в Lost Lake. Прием. Да, 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 Рики, что случилось? Я тебя искала, а ты пропадаешь где-то. Я с Шиза. Майк дал поручение. К утру вернусь, а что? Я просто хотела узнать, когда уже поедем трансформатор чинить. О, точно, надо же трансформатор. Ты все мечтаешь о горячем душе? Типа того. Да, бы, я буду утром, тогда и обсудим. Конец связи. А он вообще когда-то спит именно сам, как персонаж. То есть то, что мы там, то это да. Но вот он, типа, он ночью ездит, чтобы его не ловили эти челы. А днем он трансформатор чинит. Ну, где застрял-то? Я отвлекся. Э? Что? Так это люди Майка оставили? Мои люди. Ну да. Торрес и Эванс. Они не намады, но водище все же выходили. Я думал справиться. Ошибся ты, походу. Водище давно поделено. Повсюду гребаные мародеры. Майк сказал, взрывчатка хранится в сейфах. Где-то в конторе должен быть комплект запасных ключей. Сраный шакалы. Ой, что такое? Бесит. Контроллер отключен? Почему? О, нет! Контроллер! Давайте я нажму. О, нет. Только не говорите мне, что мне сейчас придется. Так. Ну, все. Технические пирожочки. Пошел по делам. I'll be back soon, как говорится.
Спасибо за ожидание. А это все почему? Потому что много он вибрирует. Тяжелая у него здесь работа получается. В чем-то мы согласны. Ну, теперь это все в порядке. Извините. Но спасибо за ожидание. Так, ну что ж. Черт! Дверь наверняка закрыта, правильно? Дверь заперта. Сможешь выломать? Не, ее там чем-то подперли изнутри. Шакал? Не знаю. Надо найти другой путь. Не эй, надо. Иди сюда. Давай. Давай я тебя подсажу на крышу. Куда нажать? Готов? Надо, чтобы выиграть. Да. Залезай. Так, ну они чуть не мешали. Оп! Приди, смотри, народ бы сейчас он ушел куда-то по делам, было бы не круто. Они будут нападать или нет? Чё-то я не хочу ждать, конечно. Чё тебе? Давай, давай, давай! О, а это случайно не лутаемая какая-то штука? А туда нельзя перепрыгнуть. Давай. Бинтик, Макс, окей. Ага. Можно что-нибудь сместить? Ну, может быть, а может быть и нет. О! То, что надо. Это просто банка, что ли? Че за ерунда? А, это еще не все, правильно? Нет, это что, все? Заперто. А, уничтожить? О, блин, это задание такое. Я думал, я ищу здесь что-то. Окей. Так. Как залезть на нее? А как мне сделать, чтобы они слезли? Это мне нужно. Ужас. Ага, ага. Вроде всех замочил. Сам-то как? Нормально. Спасибо за заботу. Найти вход. Приезд допустимого. Так, забрать ключи. Где забрать? Черт! Ну сейчас ты откроешь, она ж ничем не заперта. Не идет. Окей, без проблем. Ради чего тогда это было? А, это другой шкаф. Тех. Так, ключи. Нашел. Шизо! Готово. Ага, поищи, не завалялись там фаеры осветительные. Ты что, не взял фонарик? Взял, но батарейки сели. Их теперь еще попробуй найди. По крайней мере, такие, чтобы работали. Фаеры. Че, блин, мне что, обратно вернуть, что ли? А, они отметились. Просто. Шиза! Я нашел фаеры! Ага, попробуй высадить дверь. Я зайду и заберу их. Он заберется вперед. Вон там фаеры. Да. Дай ключи. Какие эти, что ли? Да, давай сюда. Эй, 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 слушай, а давай ты лучше покажешь дорогу до сейфов, а я их открою. Возражения есть? Никаких. О! Взял. Во что? Ну, это дальше все больше и больше будет разговоров. Ёп-моё. Так, еще здесь керосин. Так, 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 тупинка. О, бутылка. Пригодится. Такая эта бутылка нам надо. Такая бутылка не надо. Пару тряпушек. Все четко, все четко, все есть. Поехали. О, нет, нельзя быстро бежать. Тильт. Видишь, как я и говорил. Вроде бы вот тут можно будет протиснуться. Вроде бы. Так как он тебе поможет? А почему просто не переступить? Давай, толкай! Толкаю, толкаю! Так,
используй этот валун. Есть. Вот так. Чем это лучше того, что было? Это хуже, это опаснее. Надеюсь. Ах, ну ладно. Я понял, логика. Пойдем сегодня по делам. Некогда едете. Напоминаю, пушку не доставай. Ой, ты же сказал, там никого не будет. Мне никакой не нельзя доставать. И я серьезно. Если фрики есть, хватит одного выстрела, чтобы они все сбежались. Да. Понял я тебя. Да, блин, господи. Даже перекатываться нельзя. Обидно. А смотри, шахту. Ну, давайте. Давайте. Грибы, иди-ка сюда. Это же навозник. Это мне нужно. Это да. Это два навозника. Деревенек не идут. Первый зал можно прийти прямо по главной штольне. Нам сюда. Давай, иди. Узкая колечко такая. А, черт, тут пройти не получится. Глянь, Карк, есть другой туннель? Вентиляционная шахта? Они начали строить соединительный туннель. Но его закрыли из-за угрозы обрушения. Где? В той стороне. Попробуй. В это? А тут? Здесь? Да. Ну, похоже, его закрыли. А! Диалоги! Кайф! Может быть, что-то... Ну, выглядит как-то неустойчиво. Mm-hmm. Я тебе так и сказал. У меня есть только это. А у тебя фонарик. Уступаю честь тебе. Окей. Да что? Куда нажать-то? Видимо, не просто так они свернули работы. Тут, походу, одной динамитной шашки хватит, чтобы вся шахта обрушилась нам на головы. Да ладно, не сгущай. Все-таки неустойчивые прям эти каменюшки. Но, бля, они выглядят, как будто их насыпали здесь. О! Ну-ну. Охренеть. Ты как цел? Да нормально. Твою мать. Да, проскочили. Да. Дела что давайте делать. Болтуны. А как ты думаешь? Фаеры кидаю. Зачем? У тебя есть карта. В этом долбанном лабиринте полезно знать, где мы уже проходили. А сколько у него? Здесь налево. Ага. Что он так разбрасывает? Что? Твои люди. Да. Торос этот свой дурацкий жилет вообще не снимал. Говорил ему. Такой ядреный цвет тебя однажды погубит. Так оно и вышло. Его друг потерял руку и умер. А Торос неделю его ел. Бывало такое? Давай, здесь можно пролезть. Ну так лезь. Тут тесновато. Пролезешь? Ну, я-то не сижу весь день на жопе. Очень смешно. Давай. Так, первый зал должен быть здесь, совсем рядом. Если ты ничего не перепутал. Не перепутал. Ну, в общем, это ответ на вопрос, будут видишь, ли сегодня ключи диалоги. Потерял. Нет, вот они. И нельзя ускоряться, кайф. О, так можно ускоряться. Все, сейчас будем проходить четко. Так. Давай вернемся. Вдруг мы где-то пропустили туннель. А, может быть, можно ускоряться? Не, по-прежнему. Это единственный путь. Шиза, нет, стой, стой. Мы где-то ошиблись. Что? С чего ты взял? Да с того, что мы пришли не отсюда. Ты думаешь, эти фаеры типа отрастили ножки и сами пошли? Может, я запутался. Так, стоп, секундочку. Это главный тоннель. Что?
Это главный тоннель. Видишь рельсы? Когда мы вошли, мы рельсов не видели. Как это? Но, вот же мои файлы. Как они... Кто-то над нами стебется. Пошли. А ну, кто здесь? Загадки. Выходи. Покажись. Шиза, лучше убери пушку. Ты что, долбанулся? Не понимаешь, что ли? Один выстрел. Один. И все фрики из этих туннелей тут же нагрянут сюда к нам в гости. Ты же говорил, что ночью тут не будет никаких фриков. Нахрена! В него не попасть! Вот, сука! Эта тварь ключи утащила! Черт! Эй, ты куда? У него ключи! Ловить надо! Стой! Верни! Да ведь уйдет же, зараза! Ах ты, засранец! Иди сюда! Отдавай ключи, котеныш мелкий! Куда ты делся? Может быть, хотя бы этим? Это же тоже считается? Куда он делся? Ну же, Y, чтобы выиграть. Y, чтобы выиграть. Ключи ты теперь? Кошмар. О, выстрелы. О чем он только думал? Непонятно. Угомонись! Шиза! Шиза, не стреляй! Что? Я ему только можно, я понял. Фриков со всей шахты приманишь. А черт. Ладно, ладно. Ладно, продолжает. Да что с тобой? Да дайте мне хотя бы тоже тогда. Ты несёшь-то, а? Вот, на них еще и лапочка действует. Хорошо. Ну ты, конечно... Вроде это все. Кто-то говорил, ночью не будет. А я не говорил, что будет, если выстрелишь! А что мне было делать? Бросаться камнями? Что было делать, придурок? Меня слушать в другой раз! Бей этим. Как угодно. Спасибо, скажи. За что? Что спас тебе жизнь. На магнитике. Если бы ты не сбежала, спасать бы меня не пришлось. Мы дело-то закончим? Да. Пора бы. Идем. Насчет бухаря. Эдди сказала, кто-то пытался спалить его. Ох! Давай. Упокоить, да? А тебе-то что? Да слыхал от одного намада, будто упокоитель ищет двух бешеных псов. Как думаешь, о ком речь? Ну, как видишь, я до сих пор нашел это. Мы не прячемся. Если Карлосу нужен бухарь, он его найдет без проблем. Но сначала ему придется побеседовать со мной. Походу, у него на тебя был зуб еще до нарушения. Был зуб. Слушай... Я не знаю, и мне наплевать. Случалось ли мне убивать упокоителей? Было дело, еще как. А после того, что стало с бухарем, я буду убивать этих психов и дальше. Да? Ну, Карлос среди них главный псих. Ты лучше не дразни его, братан. Ты слышал, что я тебе сказал? Мне наплевать, и я тебе не братан. Помнишь, что я говорил Майку? Срал я на вашего Карлоса. Я
о тебе же забочусь. Ты теперь один из нас. Ну да, ну да. За нас, Бухарем, не парься. Без твоей заботы обойдемся. Так мне просто надо выйти было. Ах, какая хорошая миссия. Просто как... Бинго. Покажи. А, неплохо. Да, да, засунь Старик сюда. Будет свою... очень доволен. Он тяжелый. Это как понимать? Ты знаешь, старика. Сам видишь. Давай вместе. Ну-ка. Спасибо. Он думает, что договор с упокоителями нас защитит. А по правде, срать им на этот договор. На нас они не нападают потому, что слишком заняты на севере. Копленд, Хот Спрингс. Знаю, я был там. Тогда сам понимаешь, они еще нагрянут. А наш Майк просто не станет им мешать. Позволит этим лысым недоделанным фрикам утопить нас всех в крови. Майк так не пос... Ух ты, никогда еще так не радовался солнцу. Да уж, я опять с тобой согласен. Уже второй раз за день. Погоди-ка. Там кто-то есть. Опа, ну все, тут-то все, можно нажимать. Ты что, прячешься? Штаны наложил. Мародеры. Готовься. А, у него снайперка в фильме. А на самом-то деле у него арбалет. А, нет, это и был арбалет, царя. Давай разделимся. С двух сторон зайдем. Хорошо, будь осторожен. Сестренка, я думал, ты просто хочешь поболтать. Ага, задай им жару. Беру. Стреляй в этих гадов. Все, есть. Ошибка. Ошибка новичка. А, да, ладно уж. Вставайся тогда здесь, бумажка. Так, человек, кто еще здесь считался? Ага, не жалей патронов. Всегда пригодится. А где еще один? Даже красненький мне. О, красненьким отметился. Ты на улице, что ли? Ну ладно. А, кек вот. Вроде все передохли. Да. Пошли. Надо забрать динамит. Че это такое? Это те же гады, что разворотили байки. Ехали мимо, увидели наши. Подумали, легкая добыча. Оказалось, не такая уж легкая. А мы с тобой. Хорошая команда. Да, да, лучше просто. Неприятно это говорить. Так и не говори. Эй, я что сказать хочу. Когда вы с Бухарем приехали в лагерь, и Майк вас принял с распростертыми объятиями, я думал, у него маразм, старик-то наш уже не тот. Ну и к чему ты клонишь? Смешная шутка. Блин, но непропускаемые диалоги и невозможность скипнуть. Хотя бы быстрее ходить. Ты просто обязан. Ладно, я об этом подумал. Идти с скоростью NPC, которая никуда не торопится. Уровню. Мне кажется, что они просто в этот момент пытались сделать игру длиннее, чем она есть. На самом деле, олень. Сволочь. Кись-кись. О, это же дробовик, кстати. Сейчас могу. А как стреляй? Давай! Черт! Черт, снайпер! Черт, только не сейчас! О, нет, только не двигатель! Сволочь ты! Ну, куда ты бежал? Еще один лагерь пройдет. Ого, а сколько вы играете? Я знаю, чем вы занимаетесь, урод. Он убил... Не понял, откуда... Лос Лейк, ответьте. Дикон Сен-Джон вызывает Майка. Дик! Ну что, вы ее нашли? Взрывчатку. Да, Майк, нашли. Шиза забрал все и повез в лагерь. Слушай, Майк, я должен тебе сказать... Хорошо, хорошо. Только нам теперь нужен к ней запальный шнур. Ты же понимаешь, я посмотрю по документам. Майк, послушай. Шиза, он... Ну что еще? Опять решили друг в друга пострелять? Нет, Майк, он... Слушай,
Он хочет управлять лагерем. Он мне сказал, что... О, нет, да, это я и так знаю. Помнишь, я же тебе говорил. Шиза считает, что я пацифист и что я всех нас угроблю. Он прощупывает почву. Майк. Дик. Я же сказал. Дикий Майк. У Шиза свои загоны, но... И у нас ведь тоже. Спасибо за заботу, но я могу за себя постоять. Конец связи. Господи, ладно. Делай по-своему. А как мне достать его? Как всегда. Штучки? Ну-ка, получи! Стрелять по мне, паскуда! А как мне достать-то? Это не лута... А как залез? Бухарь, ты на связи? Так, поехали. Самое немножко экшена сделаем. Вот сволочь этот Шиза. Мистер Брат, я скучаю по всему этому. Поотищу. Что поделываешь? Все гоняешься за Нера? Высматриваешь вертолеты? Ага. Ну и как? Узнал что-нибудь про Сарфу? Нет, пока нет. Ну, понятно, что то же самое? Терпеть, он тебя разводит. Нет, он... Он выясняет. Просто нужно время. Что? Я к тому, что не зря тешит себя надеждами. Конец связи. Что-то тут не так. Действительно. Так, а ну-ка, по шурику. Немножко лома, что? Чтобы починить. Дик, на связи? Я смастерил для тебя пару вещиц. Заскочишь? Серьезно? А. Ты молодчина. Да, было бы кстати. Отбой. Так, ну, видимо, отсюда лучше, что там сейчас. Это радио «Свободный Орегон». Это скип. Это я могу скипать. У меня хорошее настроение, Коуп. Не надо мне его портить. Что там? Что? Где? Блин, тут такое себе, конечно. Кто-то это был. Мне. Вот, блин. Где был? О, нет, кто-то идет. Сколько намонов мы уже перебили, а? Там люди! Да где? Откуда? А, фу, он не знает. Он не знает. Если что-то тут не так, то это... Наживайте меня полным именем, пожалуйста. Да как? Вот да как? Припасы кончаются. Вот, блин, успел. Жук. А, ну. Чего? Болт поднял. Это люди! Укрытие! Стоит, отдыхает. Вперед, чё? Ему не уйти. А чё, отсюда типа, да? Ага. Да, ладно. Так и покажем ему! Не понял, там кто-то оттуда кто-то показывать собрался? Нет. Так, это был последний. Угу. А вот и нет. Возвращаюсь, прикройте! Сколько вас тут? А не важно. Даже болт не последний. Ты куда? Ладно. Отсюда. А, кстати, мы же хилимся за хедшоты. А ну-ка, хедшотик, пожалуйста. Да что за... Он показывал 7. Нет, не показывал. Показывал. Добегаешься. Да, все, понятно. Он ранен. Зацепило. Да, блин. Да как? Да как же ухилиться все? Вот так. А сколько их здесь? Я не знаю. Ты показывай сколько. А, вон 14. Ага. 14. А, этот шляпочник. Шляпочник заряжается. Да что это за шлем-то такой у тебя? Уложил. Вот так вот. Теперь уже вас застали врасплох. Что нравится? Блин, как же удобно, Остапа, мы а же с него. У них тут бункера. Наверное, нету ли? Есть. Действительно стоит на нем прям. Бункер, да, вот. Ну, моделька задвинулась, молодец. Так, осматриваем. Прекрасно, как в Fallout, все чистенько. Есть карта. О,
карта. Не. Они тут все подробно разметили. Лампа классная. О, какой-то новый рецепт. Создать. Будильник, банка, лом. Поех. Четко. Надо, кстати, лом найти, чтобы мозг починить, он же там совсем чуть-чуть его. Так, а здесь что-то еще лутается? Нет, поехали. Но с этих челиков лутается лом, поэтому мы, естественно, сейчас их. Ого! А как? А, да, непроходимый. Ну, если честно, так себе по луту. То есть, тут мотивация только, чтобы отношения улучшить с лагерем. Что лута здесь особо нет. Ну, точнее, тут особо лутается то, что уже и так есть бинты аптечки. Которые, если бы не заходил, не тратились бы. Что-то такое. А здесь кто? Ага, это ж тот, который отдыхал. И финалочка. Машинок поломанных нет. Есть, отлично. А этот, наверное, самый лучший. Запас сил. Да, восстанавливается, конечно, отвратительно. Ага, лом. Фонарик не выключил. Ошибочка. Батарейки-то хрен найдешь, как было сказано. А, это неразбираемая машина. Ладно. А, вот это разбираемая машина. Hello, Бибизика. Прекрасно, прекрасно. Так это... Ничего тут нет. А это что такое, ужас? Не заходите. Понятненько. А, вон там еще есть пару машин. Так, ну сейчас быстро дочиниваем на девяточку. На четверочку. Кайф. Сейф. Машинка. Не понял. Что они не лутаются? Лутаются. Как. Четыре лома сюда. Стоп, а сейчас, может быть, покажется, что 10 максимум, правильно? Ну, возьмем тогда с собой. Что-то мы можем изготовить, на что лом нужен? Ага, у нас вот это, кстати, не было изготовлена ошибка. Там же было полно керосина. Ай-яй-яй. Свеча зажигания. Ого. Такого нет. А где это брать? Очевидно, не в этой машине. Ладно, поехали. Так, что у нас там по миссиям? Тра-та-та, заехать сюда, это очистить. Здесь прям две будет. Найти бухаря. Вернуться, поговорить. Ага. Так, а кстати, а что за бензобаком? Он теперь стал крепче, да? Надо будет, наверное, его какой-нибудь дальней поездки проверить. Так, тут ухи. Нет, это не ухи. Да нет, тогда пас. Да, блин. А, так он теперь стал вроде от воды меньше ломаться. Или это вода глубокая? Ну как будто бы поменьше. Да и вообще как будто бы стал поменьше ломаться. Кайф.
Типа, ну пора. Кто-то у ворот. Да-да, пустите. Спасибо. Так. Подождите-ка. Выживает лучший охотник за головами. Револьвер для собак за пределами Систерс. Собак было около сотни. Ну, привет. Так, ладно, сейчас сначала мы сдаем парочку. Привет. Как дела, Дик? Чё-то немного, чё-то... Пока, Дик. Так, ну все, там бабки уже, это самое, не надо пока. Ветеринару показать. Вроде бы все. Где бухать? Я не знаю. Нет, это тот, который следит за порядком. Понятненько. Съездить на поиски. А куда его? Ответь. А в чем дело? Бухарь ушел и не вернулся. Ты за ним выехал? Тебе помочь? Стоп, а он же сказал, что он нам что-то сделал. Поехали прочекаем, что он сделал. Наверняка же в наших апартаментах. Бухарь, да. Ты меня слышишь? Бухарь! Да, Дик. Да, я тебя слышу. А где тебя сделал? Носит? Стемнеет уже скоро. Где? Я на ферме. Я на ферме. Так что, господи, жди меня, я сейчас приеду. А, ждать здесь. Погоди-ка. Да, я понял. Нет проблем. Я тут все. Выпивал. Мак на ферме жил. Черт. Ого. Как песня. Как это флэт фен, правильно, да? А здесь можно не через воду на нее проехать? Ой, нет, стоп, вот здесь ферма. Чего-то я не понял, куда эта дорога ведет? Сходи, да о! Да сейчас обязательно кончить самое. А что я здесь не прочитал, простите? А, это сверху табличка. Надо посмотреть на нее обязательно. Это очень важная табличка. И вот сегодня я узнал. Да, давно пора, 44. Так, все, заходим. Вот. Пропустила таким мотоциклом. Теперь-то, кстати, ого, чего можно. Теперь от него даже он, может быть, от этих убегает. Не, не убегает. От тех быстрых Скуби-Ду, как они там выходят. Гонщик песик, зомби. Так, а что это здесь? А, это просто чекпоинт для поездки. Ох, игра. Здесь ты чекпоинты даешь. Так, вот эта ферма. Рики сказала, бригада была здесь. Бухарь! Слышишь, бухарь! Черт! Вот эта ферма. Би-би. Эй, где бухарь? Что? Здесь никого нет. На сегодня работа закончена. Нет, он еще здесь. Здоровяк, однорукий. Да, я понял, о ком ты. Он пошел в ту сторону, к тому старому дому. Я думал, за ним кто-то приехать должен. Увидишь его, скажи, пусть ждет тут. И сообщи мне или Рике. Ладно, не вопрос. Так, куда нам надо? Есть метод. Паровозик. Паровозик к ферме приезжает. Почти нет. Удобно кукурузку. Опа! Бухарь! Ты меня слышишь? Бухарь! Где тебя носит, бухарь? Наши детективные способности снова в деле. У него бутылка виски. А где он ее взял? Куда он мог пойти, чтобы нажраться виски? Может, кафелы давно не... Да! Да, блин, я даже не помню, с какого места. Наверное, с этого самого, да? С... Райзена. Райзен придушил. Там началось какое-то непонятно что. В общем-то, да. И было такое вот желание, скажем так, побегать здесь. Здесь я думал, что такого не будет. И что произошло? И здесь начались диалоги, которые ты не можешь скипать. И началась ходьба вот такая.
Вот такая ходьба, которую ты не можешь ускориться и тоже не можешь скипнуть. Но это совсем малая пока что часть была. За 8 потогов, в принципе, не было такой таких проблем. Да. Бухарь, ты здесь? Так, Бухарь, нет. Не здесь. Ну да, посидеть, книжку почитать. Новинки попытался поискать. Виски. Пустая. Секундочку. Кто-то пришел. Упаковка пива. А где он упаковку-то взял? Новый персонаж! Что это за покемон? Не попало. Так и не дошел до конца. Точно! Это же еще во времена Кенши было. Нате вам мано. Идите на мано, идите, закрой дверь! Все, закрыл. Отлично, сейчас открою. Да, бипа нет. Бипа победили, и поэтому Кенши дропнулся. Вот такая ситуация произошла. Но перед этим мы пришли к Левиафану в Кенши. И Кенши был, собственно, пройден, потому что Левиафана прошли. Причем Левиафан один раз ударил. И Фок такой, и вообще ничего не было. Вообще по барабану. Так, куда она ушла? Она просто встала и ушла, получается, да? Не, все равно на игру. Понимаю. А второго бипа не может быть. Нет, нет, бип это в той стороне. Не единственный такой. Хотя мы его одели, он был прям жестко. Да что такое-то? Долго. Да куда? 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 А? Куда? Ё-моё. Откуда их столько? Это что, все фермы? Миры? Да? Анч! А у тебя как, бип, есть? Куда? Или тоже? Не бипа бутылка больше нет. Пустая. Он идет в ту сторону. Черт. Шиза прав. Он идет домой. Интересно, идет стоит пешком, такой. Он не мог уйти далеко. Ухарь! Ухарь! А, ну он идет. Что? Как дела, старик? Ухарь, ты сказал, ты на ферме. Я вот приехал, и тебя тут нет. Это как... так это... Я на другой ферме. Я пошел на другую ферму. Тренировка. Нашел упаковку пива. Я решил сходить прогуляться. А ну, типа просрочили? Закатом полюбоваться. Все дела. В общем, я дошел до другой фермы. Старый маг на ферме. Человек-паук. Черт. Они на них не огрятся, да? Что ты делаешь, придурок? А. Лови! Горите, шакал! А нам то точно туда надо? Блин, ну лучше заранее, что придешь потом внутрь, и они спрыгнут, и плохо будет. Ну, легко сказать, конечно. Это здесь. Так, а что здесь? Ладно, где? Вон еще бутылки. Пустые. Следы. Полегче. Ясно? Значит, ты не в амбаре. Понимаю. Дом. Дом с амбаром. Вот ты. Вроде как не волк, но... Так, а ну-ка, я не понял. Да, да. Вот. И... Да, нет, за... только посмотрим тратить. Посмотрим поближе. Да, наверное, дом. Бухарь, ты здесь? Йоу. Бухарь! Ага. Наверху. О, и еще одна спальня. Да, разлить. Еще одна бутылка. Просто разлить. Лучше не знать. А, ну все, уж поздно. Так, стоп. Бухарь, а как... ты где? Бухарь! Дик, а я думал, ты приедешь сюда, выпьем с тобой пивка, прогуляемся.
Отличный так, план. Скажи мне, где ты? Посмотри по сторонам. Что ты видишь перед собой? Что там рядом? Дай мне хоть ориентир какой-то. Да что я сказал? Ой, смотри, прикольно. Что там? Что у тебя там прикольно? Дорога. Дороги нет. Да надо же. Как будто кто-то пришел и, не знаю, просто смел ее нахер. Дороги нет? Ну, это... как будто кто-то пришел и смел дорогу нафиг. Это что, да? Я и... Будь там! Просто оставайся там! Спрячься только! Услышишь мой байк, вылезешь! Я еду! Я ни от кого прятаться не буду! Я иду домой! Дик, домой! А, нельзя. Чтоб тебя... Это точно он. Это метод дедукции. Вот его следы. Мотоцикл? Можно? Нет. Можно? О, байк да. Нужен, чтобы его увидеть. Бухарь, ответь. Я уже рядом. Я пошел по твоим следам. Как ты меня учил. Хлебные крошки только. Бухарь, ну хватит. Подожди ты на месте, а? Как бы что ни вышло, это такая дорога. Опасненькая. А, вон он. Нет. Бип-бип. Вот он. Не поздновато гулять? Дик, как дела, приятель? Ты далеко собрался? Домой. Чего непонятно? А, мы не можем сейчас вернуться на гору Али. Да пошел ты нахер со своей горой. Я иду в Фервал. Короче, все, пошли. Не, братан, давай-ка не нарывайся. Хочешь мне врезать? Тогда давай, вставай в очередь вот за этими. Налетай! Ну что, это все? Значит, давай, мы сдохнем вот так. Давай. Да, сейчас разбежался. Ну, Бухарь, а? Бра. Помнишь, когда погибла твоя жена? Что я тебе сказал, моя Джо? Что я тебе сказал? Ты сидел с полупустым ящиком вискаря и собирался убиться до смерти. Что я тебе тогда сказал? Ты взял бутылку и выпил залпом, она была полная. Сказал, что если уж убиваться насмерть, то ни в одно рыло. Так будет по-братски. Ну так что, Бухарь? Это все? Мы сдохнем вот так? Не будет брать. Быстрее, кота. Гони! Гоню я! Бип-бип! Давай еще быстрее! Там ой. Машины! Ой, они что, прыгают что-то? Да я вижу, блядь! Так, ну то главное не врезаться. Так-то, в принципе, все нормально. Да, все нормально. А еще, а не страшно. Да уж заметил! О, со всех сторон. Блин, а как они его не поймали? Как романтично. До всего. Ну, получается... получается... Да? Просто это когда... Это последний! Теперь все нормально будет. Когда мы видели кино, ну, в самом начале. Я знаю. Я не сомневался. Они были втроем. Эй, эй, Дик! Бухарь, слушай! То есть получается, что. Я просто хочу сказать. Спасибо, брат. От души. Бухарь! Заткнись и послушай! Ты приехал сюда и спас меня, идиота. Снова. Я у тебя в долгу, короче. Я в долгу. Я его знаю. Нет! Бухарь! Это я у тебя в долгу! Ну, оклемаешься? Конечно. Вертолет? Уже моя коечка зовет. Так это же этого жена, а не того. То есть, вертолет, то сюжет, который мы сейчас, собственно, и делаем. У него здесь же линия есть. О, очко дали кайф. Че, перед очком? Бухаря. Да, так вот, типа, это у него тоже была, и Дик, получается, что... Да, Рики, нашел.
как он? Это Рики? Скажем так, завтра поедем. У него будет зверское похмелье. Что-то такой нюанс, что когда они говорят по радио, они на самом деле не говорят. Во. Да, да, слава богу. А? Он заслужил. А? Я очень рада, что он где? Живой. Диалога-то не было. Она просто сидит там, ковыряется. Эй, Рики, я... И вот она уже под машиной. Ага, какая? Насчет руки Бухаря. Ты вот крюк... сделала, и неловко, он... и все, что нормально, это же но... сюжет. Было бы очень круто, типа, вместо крюка, ну, не знаю, прикрепить нож, ну, короче, клинок, понимаешь? Ого, но... погоди. Помоги, спасибо. Ну так... Ага, я извиняюсь. Ну, ты запачкался! Хочешь, не может! А как он теперь будет? С клинком для Бухаря. Ну да, вдруг понравится, почувствовать себя, ну... Типа как боевой робот? Ну, не то чтобы прям как... Что? Да ладно, я стебусь. Это крутая идея. Гляну, что у меня есть, и скажу тебе, что мне нужно. Идет? Идет. Супер. Вот автомод знает. Он знает. Она как бы... Новая работа доступна. Так, стопэ. Перед тем, как новую работу делать... А, так это и будет эта работа с ней? Эй! Ну да, короче, тут сюжетных линий много. Я по плану их могу... Вот, сюжетные линии. Вот, допустим. Па-па-па. Вот это значит вот такая, туда-сюда. Стоп. А где? Во. Вот это вот. Я помню. Вот это. Значит, с чего начинается, как бы, кино? С того, что они на крыше, там какой-то маленький зомби, он ее ранит. Они втроем на крыше, то есть выпивахи жены уже не было тогда, получается, потому что иначе они бы были вчетвером, наверное. Вот, и они, короче, запрыгивают в вертолет, но в итоге они не могут запрыгнуть все вместе в вертолет, она улетает одна. Вертолет, действительно, он... вроде как поломался, хотя на самом деле там на лагерь напали. Ну, то есть, не совсем понятно, что там на самом произошло. Но смысл в том, что, дескать, он считает, что ее нет, но при этом он нашел челика, который вместе с ней на вертолете улетал, и вот с ней пытается, собственно, разобраться. Почему-то сейчас с карты эти задания исчезли. Видимо, мы ждем прохождения другой линии, какой-нибудь вот этой, например. И они по плану вновь появятся. И по плану, да, мы будем туда двигаться, потому что это все еще, как тут видно, 56%, что это половина только этой линии. Эта линия завершена, эта линия тут все понятно. Упокоитель надо выяснить подробности о культе. Так, ну это... что, поехать туда? Награды. А, тут можно награды посмотреть. Награды. Деталька. Кайф. Отлично вообще. Награды, ладно, неважно. Награды, очень хорошие награды. Вот это очень надо. Пепельный болт, да, очень хороший рецепт. Неизвестное оружие на 100%. Неизвестное оружие Неро. Топор покоителя. Отвратительная ерунда. Наклейки. Вообще, вот этой мотивации вообще никакой нет. Наклейки мне эти. Даром мне нужен топор отразительный там. Там он ломается быстрее, чем тубинку топор. Так, пора дорогу, это мы все прошли. Так, ты в безопасности. Заказные наклейки. Опс. Скип. А, детали скип. Бам-бам-бам-бам-бам. Новый рецепт. Вот это да. Нужно вернуть доверие Рикки. Все, давайте возвращать доверие Рикки. Йоу, Рикки! Дайте-ка. Ну, ой, нет, это неправильная кнопка. Мы будем возвращать доверие. Дик, я очень волнуюсь. А что не так? Сестры Батлер, Абигейл и Габи. Знаешь их? Ну так, мельком видел. А, я первый раз слышал. Что с ними случилось? Вчера пошли на рыбалку и не вернулись. Берег озера только безопасен, что? Если только в болото не заходить. Не обязательно на лодку. Это и дело, они были не на лодке. До свидания. Так, 430 метров.
завожу. Ой, и заправили нас полностью. Приятно. Вообще кайф. Так, еще здесь. Жух. Короче, в общем, да, очень-очень четкая тема перепрыгнуть на мотоцикл, потому что пока Кенши в откат ушел, Райзен ушел, просто, получается, да, да-да-да. Ну, вообще, как бы, красиво очень, да? Может быть, это не фото, это самая нереалистичная фотография, или как она там называется, но, не знаю, мне вообще кайф, вообще кайф. Что бы лампу выключить, то еще было бы больше кайф. Ну, так тоже. Вот, а дальше что, я даже не знаю. Потому что это было самая далеко задумываемая штука. Что еще ты можешь рассказать, Рики? Раньше у их семьи было любимое место рыбалки. Они всегда ездили туда. Я отметила на карте. Ладно, начну оттуда. Отбой. Кого я ищу? Уточка. Уточка? Это точно то место. Кстати, неплохо. Девушки спинер. Рыбачили. О, черт. Мародеры. О, нет. А где? Это люди! О! Откуда? Да, что ты пугаешь-то? О, бежит уже, бежит. Что тебе надо? Что, блин, да? Ничего себе у него карманы. Господи. Опа. Откуда это красненькое было? Чё? Это... Ку-ку! Подстрелили! Давай! Его подстрелили! Сразу же. А это, ну, по плану это типа перк, но на самом деле как будто до перка лучше было. Привет, Майк. Слушаю. Йоу, Майк. Рикки дала мне список, сказала, что для Бухаря. Просила связаться с тобой. Так. А сама она где? Там у них с Эдди какие-то дела, я не спрашивал. В общем, нужна труба из оцинкованного металла. Такие на стройках бывают. Еще нож из углеродистой стали охотничьей. Еще металлолом. Ты понимаешь, зачем ей это все? А кто там вот тот делает, что? А, там зомби. Ты сам сказал, лучше их не спрашивать. Конец связи. Так, что мне нужно? Нужен нож, труба и металлолом. Он запомнил. О, господи, Рики. Хорош. Труба. Ну, какая попала, не подойдет, да? Нужно, да блин, чел, ты угомонись ты. А вчера, короче, зашел в цикл. Видел недостроенный дом в Мэрион Форкс. Вот там надо поискать. Зашел в цифку, и что в цифке? Поставил, значит, случайные технологии, чтобы... Ну, как профессионалы вот этого, да, играют. Они же там у них все время специально ставят случайные, чтобы вот, не совсем было понятно, что и куда. Поставил, и что? Я не знаю, где какие технологии. Долбаные эти самые NPC-хи-то знают, потому что они в итоге улетели моментально. Ну как, я еще не проиграл, но там вообще отвратительно получилось. То есть я построил космопорт везде, все туда-сюда. Потихонечку только там первую миссию запускаю. Захожу посмотреть, у кого какой прогресс. А у них, блин, уже там корабль для 7 световых лет доливает. За шаг. Что? Как? И причем это у меня не все на науку было. То есть ни с кем там не дрался, ничего не это. То, все на наука. Откуда это? Внутри или снаружи? Внутри, да? Ага. Надо свет, кстати, включать, чтобы... Ты чего-то разбегал? Да. Вот, так что эти случайные технологии работают только, видимо, для сетевой игры. О, кто-то прибежал. Hello. Чё надо? Вот там еще. Двери не умеют открывать. О, они умеют открывать двери! Да как? Книжка.
Хорошо, может, да, да, да. Ее надо сломать просто, чтобы выйти, кек. Я бы уже в другую сторону вышел. Так, а мне надо? Мне не надо. Хотя, может быть, и надо. Если сейчас я арбалет, болты буду делать, побеги, кедр. А ты, блин. Я их пробежал. И на... Где теперь мне их взять? Ладно, потом найдем. Так, мне нужна труба. Там что-то он сказал. Я не знаю, что можно. А дверь откроется. А тут, кстати, очень интересно работает. То есть он через половину двери открывает плечом, просто толкнув. А половину вот так вот начинает что-то там колупаться на 30 минут. Я тоже не совсем понимаю, в чем прикол. Так, в каком это? Что, в этом доме все, что нужно? Металлолом. А, стоп, не металлолом, проблемка. Кстати, бензинчик. Там синеньким отмечено, а, блин. И еще и синеньким кто-то здесь ходит? Что? Тут кто-то есть? А, они, может быть, здесь? Ага. Габи, не бойся. Так, ну это уже с... Скип. Странно, они вышли из лагеря в воде, чтобы порыбачить, но этот лагерь на воде, поэтому почему в нем? А куда канистра делась? Вот, вот канистра. Закрыть, канистру поднять. Чего-то все еще синеньким отмечено. Блин, наверняка надо эти штуковины здесь искать, да? Ладно. Ну что здесь не залутано? Все же залутал. О! Ну, ну что? Ничего не отмечено, все на максимум. Хз, может, забаговалось что-то опять? Не сказать впервые, да? Так, там челики. О, это же челик большой. Иди-ка сюда, челик большой. Давай, давай, кис-кис. Сейчас мы тебя... Это неправильно, это неправильно. Я вот этим хотел, хлоу. Нет, что-то я пас. ХП его будет показываться, или я угадать должен, сколько у него осталось? Ели своей оленятины. Теперь ходит деревья ломает. Ага, побежал, побежал. Да блин, чел, ну сколько это хп там тут? Так, ладно. Стальная пластинка. Да у него, блин, он что-то вообще, что-то непонятно. Что это такое? Он просто бежит. Сокатинах. Ого, еще бы попадать, конечно, было бы тоже полезно, наверное. Кек в том, что он один раз ударит, и, наверное, все, потому что пол хп. Поэтому надо очень осторожно. Не может, блин, блин, блин. Кстати, между прочим, мы же там экспериментальным путем эмпирически доказали, что вот эти штельки невыгодны. По тем ресурсам, которые у них затрачиваются, то же самое, что с медведем, намного проще и целесообразнее просто лутать обычных. Что там три уха обычно, это как один этот. Ну а на три уха надо три патрона, а здесь нет. Так, а что здесь я ищу?
Вот что с этими синенькими штуковинами? Может быть, это я забаговал основной квест, на котором я до этого был, блин. Ну вот, нет, все равно синенький. А куда это меня сейчас посылает? А, нужно поехать сюда, чтобы что-то сделать. Надо ехать сюда, чтобы что-то сделать. А можно поставить? Ух ты, там куча ушей. Срочно на ухи поехали. Все, пошел. А что они не лутаются? Hello. Вот. Ой, хочешь кусь-кусь. Стопай, заправиться. Хотел, мне надо заправиться. Вроде нет. Все, поехали тестить бензобак. Все-таки не зря же мы новый поставили. Посмотрим, хватит ли туда доехать. Сколько? Оба-на, подождите-ка, побеги. Побеги, это очень надо. Прямо сейчас. Суплики просто два побега. Кайф. Ать. Ать. А, с них только два. А, ну ладно. Все, а ну-ка, мотоцикл, давай, покажи класс, как мы сейчас, сколько у нас тут дистанции того, сколько здесь дистанции, а как посмотреть, 1,2 галлона, блин, ну я же даже не знаю, сколько галлонов там всего, очень удобно, что так и заправочки прям. Но тут, очевидно, пока квестов не будет. Хотя, наверное, мы сейчас только из этой зоны выйдем и сразу же квест появится. Что это такое, классика. То есть мы можем узнать, сколько в галлонах лучше на этих самых. Да, я вчера смотрел, кстати. Вообще кайф. Ну конечно, конечно. Конечно. И вот с тех пор, как прошел, и жду, чтобы они прошли. Потому что я же за мага не играл. Мне интересно. Я ее нашел. Как вообще за мага бегать? Дикон. Так. Слава богу. Слушай, она не захотела идти со мной. Отправь навстречу кого-нибудь, кто ее знает. Она идет в лагерь. Ладно, хорошо. Отбой. Сюда. Так вот, за мага, даже если аркад пройдет, наверное, не получится поиграть. Ну как, мага ее кто-нибудь одному... встретил? Да, Дик, все нормально. Она пережила шок, но такое тут бывало со многими. Мы все знаем, каково это, терять близких. Да, это точно. Вот, поэтому будем смотреть, что-то как. Особенно интересно, как будет с боссами ситуация. Потому что я на боссов-то я ходил, ну, как бы, в самом краю. Ухарь, а на самом деле. Слышишь меня? Это Дик. Сразу после сюжетной можно. Спит, наверное. Основной. Дик, это ты? Черт, извини, не хотел тебя будить. Брат, целый день лопатой махать. Я после такого моментально врубаюсь. Что происходит? Просто хотел узнать, как... Фонарик. Ой, болт потратил. Я думал, это... Ну, ладно. Просто хотел узнать, как ты там. А то вдруг ты... О, нет, это еще другой болт. Опять решил прогуляться под луной, с фриками поплясать. За меня не переживай. А ты, как слышу, катаешься там где-то. Мне надо поспать. Поговорим потом, отбой. О, теперь правильный болт. Казыга даже как там за мага, половина маны, будто заблочен постоянно. Привет, Дик. Это из-за сна. Там, если поспал, привет. За мага нужно... Опять мне работу подкинешь? Ладно, заскочу. Конец связи. Короче, если поспал, нужно выпивать бутылку или чай, чтобы восстановить лимит. Кто? Кому помочь? О, нет, чел. Чё-то, мне кажется, не получится помочь. Хотя... Сам чел без обид. Заново начинается. Ну блин, они же не могут сверху драчку болтать. Хотя тут болтали. Мы там стояли, короче, внизу, там сверху лагерь был.
И чел подбегает. Тот, кто туда есть, и тут радио включается, начинает тупо. Ну, это забавно, конечно, было. Вот так тебе! Простите. Да, ну и вот, короче, за мага, поэтому там очень много всяких нюансов. Но я сам вообще не представляю, как на босс ходить за мага. Что-что? На босса? Одному, я имею в виду. За мага идти. В основном там такие же локации, в которых... Стоп. А тут что-то нельзя, да, будет проехать? Ага. Надо на карту взглянуть. А куда это я пытаюсь? Сюда? А, ну да, тут такая гряда. Да, очевидно, тут не получится. В которых я не мог ловушку поставить. А ты за мага туда заходишь, тебе надо набалтывать свои вот эти штуки, не получать урон. Вообще хз. Ну вот, поэтому за мага не думаю, что будет переиграть. Я даже взял туман, и за ману я типа мог использовать... О, стопы, тут канистрочка есть. За ману я мог использовать тот третий скилл, третьего уровня. Бензин, да. На вампирическую пулю, короче, чтобы хп делать. Так я в итоге даже ей не пользовался, потому что она там пока она болтается, там еще какая-то такая механика, что тебе Битова. Надо три Дикон действия, сенсор. Чтобы этот скилл использовать. Да, Майк, слышу. Рассказала, как тебе удалось, как ты спас Габи. Я просто хотел сказать спасибо. Я эту девочку с колыбели. Конечно, Майк. Мне только жаль, что я не успел помочь Али. Ты сделал все, что мог. Спасибо за это. До встречи, Ник. Я рад, что ты на нашей стороне. Так. Ой. Доверие. Нет, доверия не будет. Он просто рад. Действительно. Но если честно, я совершенно не представляю, за кого бы можно было бы лучше сыграть, чем тот билд, который у меня был, потому что... Чё, в одного только попал? Не, не в одного. Потому что все остальное как бы очень тяжело. Очень. Ну то есть... Как бы. Если только лук. Хз. Если только что-то одно. Ну, в общем, короче, да. Мне кажется, либо на пару, либо вот так вот. Типа, как-то микс того всего. Ну, вообще там же это самое, в вишлисте вторая лежит. Интересно, пойдут ли они по пути этого самого? Ростпанка? За кучу бабла на второй части, или это будет по-прежнему нормальное это самое ценовой диапазон, что Frostpunk он тоже, но я его не как бы это не совсем тот range, хотя у них типа скидка, если ты закажешь, но это там она как бы 10% от миллиарда триллиона фенингов, это очень небольшая скидочка. Так, бом-бом-бом. Осторожно. Ах ты ж. Промахнулся я, короче, где-то. Биби! А где я промахнулся? А, вот сюда мне надо. Джойму! Все, четенько. До этого момента. Где тут металлическая труба? А, я сюда приехал за лутом. Я думал, это там надо было лутать, где синенький был отмечен. Вот она. Да, подойдет. Так, металлический труб. Щек. Где мне искать нож? Кстати, канистра была. Так, я где-то видел магазин снаряги для охоты. Биби! А он что-то провтыкал.
крякал, кстати, как крокодил. Крякал, говорит. Вот он. Открыто. Теперь надо только найти нож. Сейчас найдем. Да, банка. Сюда. Четко. Можно использовать так, рецепт. Надо осмотреться. О, да. О, да. А это почему мы не можем сделать? Это вообще первое то, что в Seven Days тут. А, кстати, Seven Days, наверное, будет следующим. Он же там выйдет сейчас как раз. Блин, да. Не уверен, насколько он будет отличаться от того вида, в котором он был. Ну и, блин, между Seven Days и этим надо что-то влепить. Потому что, блин, что тут у нас? Сильно не... Есть. Схожи. Тематики. Ну, блин, да, ну как, там главное, чтобы не было той душки. Я надеюсь, они переработают немножко механику открытий, потому что сколько там было потоков? Ой, блин, я сейчас, конечно, наверное, не докручу, а что, да? А, стоп, у меня же там будет написано. Да, сейчас. Hello? А как тебя? Сейчас, буквально 5 сек. У меня же есть это в информации. Так, информация. Так, Seven Days. 6. Да, на 6-м потоке было ощущение, что как бы невозможно найти эти журналы, чтобы просто выучить. Какую-то там самую базовую такую ерунду. Ну, то есть, самая-самая базовая, да, ты ее можешь легко выучить ее. Но вот, например, там какое-то транспортное средство прикольное. Его нереально. Оп! Уже бежит кто-то. Так. Пора взрывать. Не-не-не, чё, ты куда? Там, блин, модельки. Да блин, ладно уже. Кстати, я столько не смотрю. Я в первый раз, ну это я в первый раз зашел на этих самых наших торт. И она абсолютно чистая. Если они не поменяют, будет моды всякие разные. Был только один мод на взаимодействие со зрителями в этом самом. Там, где можно было всякие штуки вызывать. Вот. И там парочку потоков прям их вызывали регулярно. В принципе, местами это очень сильно мешало, а местами помогало, что там эти самые крейты тоже можно было. Хорошо. Но опять же не совсем понятно, какие моды надо ставить, чтобы было балансненько. Я вон в цивилизацию поставил вчера 3 мода. Я что-то не увидел ни одного, чтобы они работали. Хотя все было написано, что включено. Может, они только для сетевые игры. Чтобы карточки типа показывали туда-сюда. Но это такие самые минимальные, которые ни на что не влияют, да? Черт. А что поставить такое, чтобы оно было крутое в Seven Days? Но при этом сам Seven Days еще с собой оставался. Стоп, а что я ищу? Что я ищу? Я что-то вообще провтыкал, что я ищу. Я что, уже все нашел? Вернуться в лагерь? Не, перед возвращением в лагерь мы, может быть... А, не, мы возвращаемся в лагерь. Надо катиться на мотоцикле. О, нет! Жесткий фигня. Да, с чистотой, ну это же, да, это без модов, ерунда, там именно в самих настройках. У меня стояли по умолчанию, они отвратительные. Они, во-первых, редко, мне кажется. Точнее, не так, на первую, наверное, нормально, 7 Days, да? Но следующей ночью, мне кажется, должны быть почаще. Четко. По поводу... Резаться рядом, да, резались рядом, но в этом не было какой-то проблемы. Больше была проблема в том, что какая-то там ночь уже была
четвертое или пятое, и они, по сути, уже ничего не могли сделать. Я поставил бетонные эти самые, вход, обычная квадратная коробка, и как бы да. Поэтому к такому дню это уже должна быть не третья. А то они просто как бы не совсем в этом самом. Хотя вроде сложность дефолтная, она не самая легкая. Ну, короче, нюанс всякий. Надо, получается, разбираться. Ну, и вообще, опять же, мне кажется, что она тоже как и... Outward, она больше сетевая. Как Yard, как и в рафте. Зашел, что-то рафт построил, куда ты плывешь, что-то что, ничего не понятно. Ну, то есть она не успела как бы зацепить. Она это акулка душит просто и все, как бы. А, нет, не акулка. Точно, я знаю, кто там душит. Там душила эта долбанная, блин, птица, которая сбрасывает камни, и все. От прогресса зависит. Так в том-то и прикол, был прогресс. То есть она просто не захотела. Ну как, был относительным. Там, где надо вот 400 журналов, чтобы сделать какой-то мотоцикл, того прогресса нет. Тут велосипед. Велосипед, кстати, зрители подарили, получается. Очень приятно. Как неожиданно приятно было. Получится, там в одном кратере руль был в крейте. Кратер. В одном крейте. Беги! По какому я такому маршруту странному поехал? Машечки, где это мы вообще? А, я помню это место. Мы здесь, по-моему, арбалет тестировали. Упс. Так, а у нас ноль, да? Кайф. У нас ноль. Почему у меня Б вообще не показывается? Игра? Ага. Так что да, надо настройки посильнее ставить и как бы вот сам крепко. Хоть бы они переделали систему, хочу. Потому что там же по плану можно откатиться, и если откатываться, то там нормальные раньше были вот эти вот прогрессные штучки. А с релизом? С релизом все еще можно будет откатиться? Скорее всего, да. Ой. Блин, вот это визуальный эффект очень годится. Зато там прикольно. В компании. Да, в компании, да. Я же тоже об этом говорю, что она как будто бы для этого именно и сделана. Что в Соляныче там как бы нету такого кекалольного момента. О, нет, я опять ее... Черт, только не сейчас. Не сейчас, он уже и так был поломан. Потери наших бьют! Блин, ну и как мне его сейчас чинить? 8-9 человек. 8-9 человек, это вроде в Майнкрафт надо играть уже. Я даже не представляю, что там делать 8-9 человек. Весело было? Если прогресс всех учитывается, наверное, да. Наверное, там уже эти утки прилетали. И песики. Песики, кстати. Что песики? Блин, а где мне, простите, пожалуйста, искать ремонтный комплекс здесь? Конечно, по классике могу здесь сюда заглянуть, но мне кажется, здесь мы просто лежим поспать ненадолго. О, доброе утро! Ну ладно, тогда, получается, будем толкаться. Да стоп, а это что? Это глушитель. Ах ты ж. Серьезно, мне
Прям толкаться придется, да? Так, ну ладно, мы можем заправиться. Но тут все залутаны. И это, по-моему, они мной залутаны. И залутаны не мной, потому что мы здесь уже попадали. Ага, в эту просаду. Заправиться. Да, не только. Один копает, один строит. Один кто-то добывает. Вот так. Кто-то задание делает. Порядок. А вообще... Так я могу представить. Но вот когда ночь начинается, разве что там прям 8 окон. Но вообще интересно, конечно. Я что-то никогда не представлял, что прям так много народу может играть сразу. Это нормальная машина или? Ох, пошел контент, конечно. Май. Настройки, чтобы ночь много, иногда даже приходилось с каким-то людям. Слайд-шоу начинаю. Ну вот, вот этот мне тоже момент интересует. То, что как бы сетевые настройки, там я могу представить. Но в основном там же, когда ночь, компьютер начинает подлагивать. Да-да-да, вот именно в нее. А еще если столько народу, и типа от прогресса все зависит, и оно начинает туда-сюда. Ничего ужасного. Надо очень производительный компьютер иметь, чтобы оно работало. Вроде порядок. Так, ну-ка, сейвик. Кайф, наконец-то. Let's go. Бик перевернули. Надо только на 50 отремонтировался, мне бы еще 50. Хотя, стоп, а я в лагере могу подремонтироваться. Поехали в лагерь. Можно себе позволить. То лом сейчас искать надолго. Бип-бип. Эй, кто-то пришел. Эй, открывайте. Это свой. Привет, Дик. Привет, Блэр. Нормально. Дикон Сен-Джон, как дела? О, вот Бас знает полное имя. Байком точно нужно поработать. Да, поработали. А что у нас нового? По-моему, ничего не было, потому что мы пока еще не на том уровне. Да, это просто дизайн. Да. Ну, у нас в основном, в принципе, все и так уже есть. Так, стоп, а где? С кем? Если что, я здесь. Здесь с тобой надо поговорить. Поехали. Правильно, мне же с ней надо поговорить. Поговори с Вики. Слава богу. Что случилось? Тебе знаком некий Джошуа Харпер? Харп? А, да. Слишком да, рано поиграть сильно нового. Никогда может, этому надо... козлу не доверял. Там у него еще бандана такая черная. Все на голову ее намотал. Там же потом эти как приходят хипстер, копы да? Такие и большие. Да, и чуть тебя не подвело. Он пристрелил Дэна Лейна в спину, проигравшись карты, и слинял. Так, Боже, что-то мне... Куда слинял-то? Это же не обязательно диалог, поэтому скип. Куда мы едем? Трофейная охота. А почему игра хочет притормозить, я не понял. У нас же так хорошо квесты шли, а сейчас у нас только вот это сайдовые. Ну ладно, поехали. Может, перейдем именно табличку взглянуть, а то она там так стоит, одна одинёшенькая. Рад тебя видеть, Дик. Бас, как жизнь в лагере? А это был... Это чел. Он продолжает свое дело. Вот тут где-то табличка, которую я... Не видел. Да? А что? И? Ну да, здесь. А чего она мне не показывается? Hello. 2-3 ночи потом. Так, стоп, табличка. Hello. Где она? Я ж прям на ней стою. Ладно, не на ней, вот сюда, на юг. Вот юг. Табличка. Лоу. Ну, проехали.
Я думал, что когда человек 8-9 собирается, то ну да. Там вывилить или там в гуси. Там где можно. И чтобы все были, у всех была возможность что-то делать. Болтать. Что-то делать, скобочку, болтать. А когда и копают, как это будет работать? Мы играли с модом, так что не скажу точно, у нас были все. А блин, с модами, наверное, другая игра. Поехал. Ой, какая погода, карт. Прекрасное чистое небо, но при этом дождь идет. Что? Откуда? С этой облачка это? Это ж тучка, 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 а вовсе не медведь. Так, ну благо мотоцикл меньше ломается к 100. То есть все эти улучшения, они недаром проходят. Теперь можно вот так вот благодаря новому двигателю делать. А великолепная подвеска выдерживает все эти напряжения и перегрузки. Я доволен нашим прогрессом. И... крепко. Куда я еду, я уже не знаю. Я полностью отдался дороге. Кого? Харпа? Уверен, что справишься? Я просто спросила. Конец связи. Мне кажется, эти зомби и так с ними разберутся. Да-да-да, делайте все за меня. В общем, фрики, они добрались до него первыми. О, он все еще стоит. Принеси его бандану. Люди Дэна хотят убедиться, что Харк мертв. Полегче, чел. А чего это у тебя хп? Ладно, всем одного хватает. Ему надо было больше двух. Я, конечно, мое почтение. Я не понял. А где мы вообще-то остановились? Сейчас, одну секунду, я поломал. 114 метров. А, мы недалеко, все в порядке. Все четко. Извините. Все, чуденько. Ну что, запрыгиваем тогда, поехали. Я думаю, надо наверх заехать, что садишь снизу, а он похоже, по позиции. Харпер, люди отправились в Кэмп Крик. Уверен, что справишься? Какого хрена? Они еще сверху. Я просто спросила. Конец связи. Давай не будем тянуть время. Вот как? Черт. Ну давайте, ребята, сделайте все. Да, но не будешь мешать, но... Да! Я слышу выстрелы. Нет, ну, в общем, фрики, они добрались до него первыми. Боже, принеси его бандану. Люди Дэна хотят убедиться, что Харпер мертв. Да, ну, будет не очень просто, но ладно, хорошо, сделаю, да. Не очень просто, блин. Чел в шлеме. Хеллоу. А что если? Ага. В смысле, ты в шлеме, хеллоу. А ну-ка. Ах ты жук, он знает. Он знает. Так, я не понял. А его друг сюда идут в это время, да? Хитрюшка какая. Ну эй, ладно. Номад, мы тебе ничего не сделаем. Мы точно тоже были номадами. Такими же, как ты. Давай, выходи, хватит дурью маяться. Лучше послушай, а? Пас. Так, ну давайте послушаем. А, Б. Все, нормально. Пиу. Забираем. Еще один трофей.
Перезаряжаем. Болты бы залатать обратно было бы нормально, потому что... Всегда о, пригодится. Да. А, поднял. Поднял болта. Ладно. Так, простите, а где этот чел с банданой? Это вот это? Бандана? Все есть. О, черт, ну и жесть. Кайф. Собрать лом насчет руки. А, надо еще 10. А, ему надо 10 лома. А, ладно. Блин, я забыл. Ну, в смысле, я втыкаю уже давно. Я уже давным-давно не совсем... Ну, ладно, час так, наверное. 10 лом. Ну, это две машины по плану большие. Ну, средние. Где это? Это это. О, нет. Вот так. Вот так. А, она не даст обратно болт? Жаден. Так, ну, уже один есть. Плюс я сейчас подчинюсь, и уже одного нет. Кайф. 0 из 10. Прекрасно, прекрасно. Так, ну ничего, сейчас мы... Сволочь! Продвинуло. Нам нужно найти какую-то парковку. Причем желательно именно здесь, потому что здесь мы не катались, по-моему. Вот так. Пойду поговорю с Рикки. Заберу свои кредиты. Стоп, или катались? О, черт, точно. Надо спалить оставшиеся гнезда. Подожди, гнезда. Мы здесь катались, лутались или не лутались? Это... Ты банька с гвоздями мне пригодится. Но мне кое-что другое надо. Короче, как две машины. Может и три. Так, эта машина... Это мы машину толкали, я ее помню. Здесь все пополамато. Кайф. Поломано. Открыто. Открыто. Поломано. Идеальное место для лутания лома. Чую по запаху гнездо где-то рядом. Ну, раз мы уже здесь, давайте. Не оставлять же его здесь. Одного не ушли. А где? Хорошее местечко себе выбрали. О, парковка. Может быть, на парковке сможем подлутаться. Сожгу оставшиеся. О, да! Две машины. Так, ну давай, давай. Пять. А, догнала. Ага! Нет, она уронила машину двумя колесами. Двумя невидимыми колесами. А что ты надо сразу? Нати, на. Да, блин. Ой, ловушка. Попался. Попался. Какое ощущение, что как будто ассистирует игра попаданиями. Что только что вот это точно вправо в нишу летел. Так, ну 5, пожалуйста. Ладно, ладно, 3. Это тоже хорошо. Только 2 осталось. Давай это с любовью триндулетки можно... Да, нет! Какой прекрасный коричневый цвет. А может быть внутри? Блин, а может быть? О! А почему вы здесь? Что за звук? Ну ладно. Это просто ветер. Эта машина, хоть одна из них. О, может быть возле заправочки. А, точно. Мне нужен бензин. Мне нужен бензин? Да, нужен, правда.
Вот тут вот мы так точно не долутались. Три гнезда. Блин, если я их три все возьму сразу же, это будет идеально, конечно. Порядок. Это одно там слева останется. Но я бы этим занимался только если бы немного нашел этого самого. Ха, у них здесь гнездо, да? А, блин. Как же быть? Ну ладно, раз мы уже пришли, поехали. Только вот это крайнее будет. Нам надо найти с самого правого еще начать. Зажжем его. Вот это, да? Ага. Один. Попал вроде. Два. Еще одно. О, какой-то чел. Сборище, бродяг. Вам помочь? Hello? На помощь! На помощь! Мне нужна помощь! Я здесь! Да как тебе помочь, помоги, чел? Там за нами гонятся. О нет, они его сейчас сожрут. Мы привели его в ловушку. О нет, мы их всех сюда привели. Ладно, ничего страшного. Сейчас все будет. Сейчас мы ловушку из дачки. О нет, да что поделают? Так, без паники. Стимулирующую микстуру использовать. Бинты использовать. Бинты сделать. Готов. Так, достаем вот эту штуковину, кидаем ее сюда. Да блин! Теперь. Есть. Так, немножко поспокойнее теперь. А, они там все вместе бежали. Ой, как удобно! Да, это получше. Так, это какой-то... Сейчас мы к нему Y прожмем. А, не прожмем. О! Ах ты жук! Какой хитрый! Да что ты такой жесткий? Так, чел все стоит. О, да, чел все еще стоит, кайф. Ты свободен. Держись, я иду. Эй, слушай, водища тебя загрызут. Я знаю один лагерь. Где? Я пойду. Иди к Lost Lake. Спроси Рики Патил. Она тебя впустит. Большое жесткий спасибо. Танцор. Я уж думал, тут и умру. Скажи им, Дикон Сент-Джон. Смотри, чтобы тебя не заметили. Так, ну все, остается буквально два куса. А, ну нам по-прежнему все еще остается два. Ну блин, а где их взять-то эти два? А чего нам туда нельзя? Тут. Так, стопы. Если это не игровая зона, то она вот такая. То есть это тоже откроется? Блин, так может быть и то тоже откроется? Ух ты ж, да тут еще как-то. Ну блин, тогда надо уже и тот гнездо тоже. А ну-ка слазим. Есть? Есть, кайф. Ого, так еще три все есть, кайф. Сейчас доделаем тогда вот то гнездо. Вот, и, может быть, рядышком с ним как раз подлутаем еще остаток лома. Да, что надо. Это очень важный квест. Фу, я чую гнездо. Оно да. Где-то здесь. Есть ощущение. Так, а ну-ка. Кайф. А что это у него здесь? Лом, пожалуйста. Так, а стоп, а мне тогда можно и снаружи. Вообще никаких проблем. Вот так. Это же считается? О, нет, это не считается. А, вот считается. Все. О, до свидания. Так, ну это те машины, которых... Стоп, не те, которые мы видели эту машину. О, да, да, да. Так, а ну-ка, идите сюда. Может быть, им кинуть отлично? Иди посмотри. Иди посмотри, да-да-да. Да-да, все туда. Ты не манул, давайте.
Тратите на бросок. А, нет, у меня отвратительно, все в порядке. Так, ну пожалуйста, ну два. Два-то тут будет, блин. Этого должно хватить. Ну вот, осталось. Стоп, а может я подчинюсь тогда? Хоть бы. А, так. Ничего ужасного. Два минус. Ну, мы сейчас обратно залутаем еще два. Прекрасно. Все, теперь я точно дам. Да блин, там все еще есть. То есть в этой машине точно 5. Значит, что я могу сделать? Я могу подчинить вот эту байду на 1. И тогда... Идеальный баланс. Все, поехали. Теперь-то... Да, у нас как раз отмечено. Заправка, чек. Ремонт, чек. Пейзаж, чек. Мучка еще бы. А вот и она. Мишку мы же не будем, мы уже обсуждали. Мишка пошел вон. Мишка. Мишка. Мишка нет. Мишка. Да, блин, Мишка. Просто фул хп, да, в мишке, как бы неважно. Так, ну у нас все еще 10. Поэтому как бы без проблем. Ой! О ком речь? Им или. Как? Воу, воу, полегче. Так, неужели я объехал? Блин, по-моему, управление получше стало. Я прям как бы нажимаю, и куда ехать, и вот туда он едет. Прям крепко. Так, где-то здесь эти челики, да? Можно что-нибудь смастерить. Если здесь опять Мишка, я сваливаю прямо сейчас. Мишка, всем. А, да-да-да, нет, ну он, да, он... А чего это их нет в этот раз? Чего? Ну там как будто кто-то топает. А, блин, а как мне тот керосин? Как керосин? Так близко, так далеко. А, ну, давай уже обойдем. Так... О, я не могу. А, я могу, все в порядке. Или это может ветер? Слушайте, давайте-ка я буду по КД на 100, потому что если что Мишка надо? 130 хп снимает, это, конечно, мое почтение. Эй, чё? Макс? В смысле Макс? Никакого Макса, давай. Давай, давай. Пригодится. Кайф. Почему два потратилось? Ну ладно. Мишка, конечно. Тот еще падает. О, олень! О, нет, тут снайпер! Ах ты жук! Ой, нет, нет, нет. Ну и вот. 42. Это куда еще не шло? Не Мишка. И мотик не сломался. Кайф, кайф, кайф. Хоу! Ты что, в шлеме табаку? Нет. Ладно. Все, есть. Так, оленчик. Сорян, без обид. Так куда ты? Так ты кто? Доджит один. Завалил. Сорян, олень. Нам просто надо отношения улучшить с лагерем. Ага, мясо. А будет третий уровень у нас... Появится там огромная такая штуковина. Как в Counter-Strike-то этот слон, который.
Вот Zaka 1.6, я другие не... Что там, других я не знаю. Ну, вот это название я с тобой запомнил. Так, hello! А можно тут? Спасибо. Все покажу. Извините. А блин, что за лабиринт? Стоп, а если я типа подъеду, он сразу же включится. Не, не включится. Вот Соник. Ударился. Сорян. Привет, Дик. Привет, Блэр. Первый фрик. А у тебя как дела? Эй, Дик, вот эта штуковина. Она уже... А нет, что, вот эта штуковина. Я могу тебе запретить? Нет. Я слышала, что Шиза и Железный Майк крупно подцапались. Не знаю, что происходит. То есть, говорят разное. Например, это у нас только пока коротыш. А так коготь будет. Слушай. Не надо верить всему, что говорят, а то умом двинешься. Блин, а может быть, вот это получше будет, чем то, что у нас? Что тут урон еще? Хотя дальность меньше как-то. А, то есть дальность выше, урон меньше. А, нет, стоп, урон больше. Но там стрельбы ниже существует. Ну вот это как будто бы... Внимание, мой финал, к расходу по... Ну, вообще, not bad. Ну, вот это, конечно, вообще not bad. Ушел в себя? Да, завтыкал. Ладно. Спасибо, Блэр. Жум-жум. Заходи почаще. Хорошо. Так, а ну-ка. Йоу! Рики. Привет, Рики. Вот бандана так, Харпера. Вот мы заскипаем. И сейчас мне снова с ней надо поговорить, да? Насчет руки. Вот, с кем поговорить с ней? Где мой гаечный ключ? Недоступных робот. Но при этом вроде как с ней надо поговорить, нет? Не понял. Собрать лом? Куда уже лом? Было же 10. Куда он делся? А здесь я хренушки найду, да? Было же 10, да? Эй, постой! Стою! Можно? Спасибо. Так, я все время влево... А, нет, стоп, а может быть я совсем влево поеду и тоже найду лом? Блин, у меня один лом остался, куда-то ехать за... Тебе не особо охота. Вот тут в домике лома нет? Кажется, ломик... Может быть. Что-то тут точно есть. Серьезно, куда долбанный лом подевался? Тут кто-то... Я пытаюсь понять, это я сходил? Тут все, ручки отмечены, кайф. О! А это пригодится. Угу. Тряпочку сюда. Бутылка сюда. Пульт? Не надо, спасибо. Они сортируют мусор, как удобно. Но кажется, еноты могут залезть. Блин, плохо, что вот эта машина не лутается. Либо было бы много ломов. Да, поломано, это поломано. Ну да, 10 было. Вот! Игра говорит нет. Как вот это есть Little Britain. Computer says no. Вот. Это уже в предыдущий раз был такой бобед. И сейчас то же самое. Стоп, а эту штуку я создал? Я пытаюсь понять, может быть, я сделал арбалетный болт, когда залутался, и было не уже не 10 после этого. Ага. Да, может быть, может быть. Ладно, тогда я сейчас на мотоцикл, если я его найду. Силёнки восстанавливать. А, он тут прекрасно припарковался. Это что такое было?
Ладно, так, вот сюда мы едем на кричальчик. Черт. Ой, там куча оленей. На них напали. Это коробка с гвоздями. Так, это не надо. Это какой-то там этот самый тоже не надо. Блин, ну неужели в этой хозяйственном домике нету кусочка лома? Нет. Странно, обычно, если лутаешь одно, второе тоже залутывается. Но в этот раз. Опа! То есть хотя бы одна из них. Подходит? Олень на дороге. Вот! Пару лет назад это была бы плохая идея. Хотя здесь может быть. Да и сейчас плохая. А, бежит, уже бежит. Так, что это, глушитель? Нет, это не глушитель. Ха-ха. Ну, пойди-ка сюда. Вот, да, блин, наконец-то. Все, бэкаем срочно. Никакую кнопку не будешь не нажимать. Ничего не делаю. Но вообще очень бы хотелось, чтобы было больше 10 возможностей залутать. На болт нужен. Да, на все он нужен. Болт это как. За кем? Не понял. Че? Че кого? Кто это? Где-то здесь, рядышком. Угу. Какого черта ты творишь? Он просто побежал. О нет, как мне тебя там лутать-то? Да, ну прицел, конечно, мое почтение. Невозможно так вот так убить ублюдка. Давай, не отзывайся. Ух ты, а может быть у него. Да, да, конечно, все есть. На ловушке болт нужен, лом нужен, на болты лом, на ремонт дубинки, на ремонт мотоцикла. Ну это в принципе логично. Но на все, кроме этого тоже. Например, только на вот эти, наверное, не надо. А на вот это. На манок. Лом надо. На камень. Лом надо. На. Это не умею. На это, естественно, лом надо. Ну, это тоже не умею пока. Куда бензин поделся? Это мы прокатились, он уже в ГГ. Не надо все думать про них. Чел. О, кино, кайф. Привет. Привет. Я тебе принес все детали. Круто. Покушать принес. Я что-нибудь придумаю, ты зайди потом. А, Рики. Спасибо. Ну, бухарь теперь наш. Да, именно поэтому он на ферме, когда я работаю. Как настоящий свой. А, да, он отрабатывает бейсболы, которые мы привезли в этот долбанный лагерь. Мы привезли, а его поставили на ферму работать, чтобы он там стоял и работал. Вот так. Есть охрененные товары. Эй, охрененные товары? Показывай. Я могу заправить твой байк, не помешает. Ну, это не совсем охрененно. Я бы... А какой охрененный товар, простите? Это все было уже. Ну, загляни позже. Бас, ты обманщик. Вообще не пашет. До встречи, Дик. Папа. Сам ты, Дик. Нет доступных заданий. Не, не устал. Ну как, не отыгрывался. Так-то устал, конечно. Так. Веришь ли, я был коп. Ну, верю. Так, припарковываемся к нашему восхитительному. Скрестили, так сказать. Так, стоп, а где? Он что, опять на ферме? Он точно на ферме. Как пить дать? Вот реально, я поеду вот просто чтобы встретить. Вот он наш, сказала она. Дайте-ка узнаем, где же мистер Випивоха? Сейчас открою. Вот именно, что ему, блин, Дик, должен... слышишь? Протез готов. Да? Я попросила Эдди прислать ко мне бухаря.
Возвращаем. Круто. Спасибо, Рики. А мне куда-то надо? Скоро буду. Конец связи. Погоди, он свой. Открывай. Ну, свой тоже. Вот все. Давно не виделись. А, привет, Блэр. Ну, Блэр, это да, это Блэр. Так, кино. Ладно. Вот сюда. Ладно, поняла. Сейчас закреплю, ага. О, так лучше. О, так. Эй, брат, глянь, что она сделала. Новая игрушка. Ну, придумал ты. Это реально круто, Бухарь. Эй, а я теперь прям, прямо как мушкетер. Защищайся, сраный покоритель. Эй, ну вот этого, наверное, делать не стоило. Ну да. Что может пойти не так? Это точно хорошая мысль? Я что-то тоже задумался по поводу. Так, Бухарь, да, нужно вернуть. Так, что? Есть квест какой-то, да? Да. Вот, надо поговорить с ним. В последний раз пошпионить набра... Что, в смысле последний раз? О, очко! Кайф. Как же мы сейчас... Да блин, мы уже все знаем. Может быть, вот это? Перезарядка больше не расходует концентрацию. Она расходовала концентрацию? В режиме перезарядка оружия в режиме концентрации больше не расходишь. А, типа можно зажимать, и она не будет уходить. Очень полезная штука на самом деле. А ну-ка, я полагаю, что этот стул versus мотоцикл. И вот акрили можно гонить. Так, блин, я тоже надеюсь, что он хотя бы на ночь ее снимает. А, нет, стул, он сдался. Так, нет, стоп. Я хотел с Пухарем поговорить. А, так мне, наверное, эту отметку и надо с ним, чтобы с ним поговорить. Йоу, чел! Давай. Тинцу, поехал. Блин, ну место роскошное вообще. То есть это как будто кратер какого-то вулкана древнего, в котором озеро, в котором наверняка есть какая-то река. Слышишь? Это убрай. Сейчас. Мне надоело бегать по твоим поручениям. Ты узнал или нет? Да, я узнал. Ну так выкладывай. У меня к тебе еще всего одна просьба. Ты что, не слышал, что я сказал? С меня хватит. Одна просьба, потом встретимся с глазу на глаз, и я все покажу. Забудь. Сара Ирен. У нее было второе имя, так? Вот. Сара Ирен Уитакер. Так указано в ее личном деле. Забайтил. Одна просьба. Всего одна просьба. Ну, блин, ну, Брайан. Конец связи. Хорош. Ну, а как бы он сейчас сказал? Да, уже не важно, такой говорит. Пробегал я самое там, вот сколько там. 25 часов пробегал. Ты рубишься куда-то? Да. Помнишь, я говорил тебе про того гада из Нерва, про Брайана? Он что-то выяснил, но сперва у него, конечно же, еще всего одна просьба. Ну, удачи. А еще что, пешком ходишь? Поехали ходишь, со мной. Вот, вот так. Я? Да, но... Меня ж на огород послали. Выращивать странную траву всем на корм. Это подождет. Я потом тебя подброшу. Давно ты видел вертолет? Скажу, ты выкрутил мне руку. Хорошая шутка, я оценил. Когда мы в этот лагерь ехали, он двумя руками держался. В сторону Милаква Лейк. Знаешь, где это? Все еще держится, да, двумя руками? Да, это Кэмп Роуд, рядом с Уолда Роуд. Зачем туда? Там должен приземлиться вертолет Нера. Что-то они там будут делать. О'Брайен просит выяснить, что им там понадобилось. Ладно. Значит, О'Брайен. Он теперь типа твой начальник? Приказы раздает? Нет. Бухарь. Ты знаешь, зачем мы это делаем?
просто поверь, если он велит прыгнуть, ты сможешь только откуда. Это же мы вдвоем, всё что ли? Не так. Чё себе мотоцикл, ты чё? Как твои дела-то? Неплохо, бывало и хуже, знаешь. Грязь, типология и всё такое мне даже нравится. Прям как в детстве. Вот именно, я вообще не понимаю, что там происходит. Я на дядину ферму на границе Сайдаха. Горбатился на грядках со свёклой. У него был маленький кроссовый мотоцикл. Кроссовый мотоцикл? Кайф. Ты смотри, скоро начну звать тебя фермером Биллом. Правильно, что он убил. Ой, ой! Ошибка. А, я думал, тут пещера. Две ошибки, получается. Как доберемся, держись рядом. И главное, не показывайся на глаза. Им дай только повод пострелять. А, это чел. Ладно, ладно, я понял. Не шуметь, рта не раскрывать, на рожон не лезть. Спасибо, лучше. Что взял меня с собой. Фух. Приятно снова гнать по дороге. Я думал, кино будет. Разогнался. Так. Так, держись рядом. Кто с кем? Спину. Давно я этого не слышал. А. Зачистите этот сектор. Вот он. Значит так. Не нужно перекрыть все подходы. Вы меня поняли? Нет. Ладно, а теперь вот смотри. Сначала выходят солдаты, делают обход сектора. Потом их вундеркинд, исследователь, ученый или кто он там, выходит, осматривается. Для чего? Ну, какой-то научной хренью они тут занимаются. Мне-то откуда знать? Так. Надо доставать уже камень. Жди здесь. Хотя он очень плохо, кстати, работает, этот камень. Тут все спокойно. Все спокойно, чисто. Да. Сваливайте. Все, они пошли. Так. Я точка. Мне надо, чтобы тот, главное, не смотрел. А, ну или этот, например. А что делает Билл? Он сверху остался? Вон. Ожидаем. Так, все, все разошлись. Ветер. Друг друга. Они едят ягоды, растения, траву, хвою, почти все то же, что олени. О, пришел. Они как и мы. Но их желудки могут переварить намного больше видов клетчатки. Ну ладно, понял. Ты сейчас находишься в запретной зоне. Погоди. Может, а так возможно было? В смысле переварить больше видов клетчатки? Клетчатка же по плану не переваривается. Сообщите, как зачистите зону высоты. Вот блин. Подвигайся. О нет. Ладно. В секторе посторонний. Не-е-е, никого здесь нет. Пошел. Пошел вон. Обожаю эти кустовые механики. Просто идеально. На кому же так-то кидать, чтобы такого не произошло? Показалось, да, да, да. Опа! Не-не-не-не-не! Ой! Я встал! Я встал! Это может быть роковая ошибка. Что? Что? Так что вы что, хотите уходить? Вы что, шутите, что ли? Я не шучу. И не называйте меня что ли. Так, а ну-ка. Так,
Осторожненько. Так ты жук. Надо его развернуть. На. Эй, вы камушки. Это слышали? Нет, не слышали. Вот это тоже на камушке. Вы слышали? О, да. Ща. Сейчас мы ему побашим. Серьезно? Да. Не достаю. Ну, если хочешь знать, мы собираем образцы помета. То есть... Сейчас мы его по башке. Да. Говно фриков. Да. Что? О, нет, мы отвлекли его, и теперь они штокают. У меня приказ стрелять без предупреждения! Погоди. Может, мы с тобой договоримся? Они в... Чем? Что это? В светоотражающей штуковине? А это кевлар, который защищает их от наших пулек. Вы это слышали? Да кого вы слышали? Уходите уже, задолбали. Блин, ну все, в этот раз я не буду стрелять. Ну, в смысле, кидаться по голове им. А? О, нет, он чуть было нас не нашел. А что если мы им сейчас подальше камень кинем, чтобы они вообще ушли отсюда? Пойдите вот туда. Там какой-то шум. Уходи отсюда немедленно! Или мы тебя пристрелим! А-а-а, потому что они не дышат здесь воздухом, они думают, что он отравлен. Ну, во всяком случае, Брайан так сказал. Когда мы его поймали, мы ему говорим, ну, Дик ему говорит, что, типа, о, Брайан, а что если сейчас с тебя сорвать маску, и твои друзья узнают, что ты, типа, дышал зараженным воздухом, и он там в панике вообще был. Вот поэтому они в нем. Вот такие дела. Но не он, а все они, потому что, дескать, из-за этой эпидемии, это воздушно-капельным путем эпидемии. А это игра, между прочим. 19-го года. Ну, если хочешь знать, мы собираем образцы помета. То есть, говно? Да. Ну что, может, еще разочек? Говно фриков? Такой же вот их, да. Ну, видимо, они никогда не снимают. Нас послали хрен пойми куда, чтобы вы собрали говно фриков. Вот именно. Может, в этот раз пойдет? Ладно. Я так спросил. А это трава. Не перебивай меня. А также однодомных ягод можжевельника. Вон там. Там какой-то шум. Уходи отсюда немедленно. Да как или мы тебя пристрелим. Вот этот чел, как он меня нашел? Я ведь в кустах сидел, и его я ни разу не сагрил. Я думаю, мне надо перебежать прям под дом и не кидаться ни в кого. Ну, блин, это невозможно не кидаться ни в кого. У них так и отлетают от касок прикольные камни, что... Хватит на 30-40. Если воздух... Угу. Да блин, ничего. Серьезно? Ну, если хочешь знать, мы собираем образцы помета. То есть... Че, он опять говно? Найдет? Нет. Да. Говно фриков? Да. То есть, нас послали хрен пойми куда, чтобы вы собрали говно фриков. Может быть, это ребризер? Как... как... Типа не просто как акваланг, а именно прям дебризер. Хотя, судя по этой, там дебризер может быть только в этой маске самой. А это что? О, нет, куда он пошел? Куда он ушел? Куда ты уходишь, чел? Зачем нам это знать? Почему он вдруг куда-то пошел? Мы, наверное, в прошлый раз забаговали, и он не уходил, а он должен был уходить. Как и мы. Но их желудки могут переварить намного больше видов клетчатки. Ну ладно, понял. И что с того? Это значит, что когда мы закончимся, они не умрут с голоду. А я с нами всерьез и надолго. Черт, это плохо. Да, плохо. Все, я закончил. Все, он закончил. Кайф.
А ладно. Мне как быть? Ты иди назад к байку. А кому ты говоришь? Его здесь нет никого. А, стоп, они, может быть, зайдут и свалят просто, и все. Тогда будет спокойненький отход. А, это чел прям на меня смотрит. Кайф. Ну вот, я тоже подумал, что ему, но я посмотрел вокруг, его здесь нет, соответственно. Эй, кого? Смотри туда. Туда смотри. Головпышка. Все, побежали. Ух ты, подлутаться можно. Два уха. Так, надо срочно сейвик сделать рядом с байком, потому что в прошлый раз в этом лагере миссия запоролась не единожды, скажем так. Мне кажется, в нем нету автосейва. Ты слышал, что было по рации? Ну да, слышал. Наши налоги идут на собирание дерьма фриканов. Да, я и говорю, хер знает, что эти гады там мутят. У них наверняка должна быть где-то база. Не просёк где они? Они всегда уходят на юг и скрываются за горами. По трассе ходу нет, так что не подберешься. От сволочи. Вот уж у кого явно совесть нечиста. Да. Ну, пиоха реально чем недоволен. Хотя мы же не знаем, может быть, он... Может быть, он там. А куда мы вообще? Работа. Хороший вопрос. О'Брайен, прием! Ответь, О'Брайен! Слышу тебя, ты закончил? Да. Да, все готово. Где встречаемся? Я не ждал тебя так рано. Сейчас скину тебе координаты. Но мне нужно время, чтобы туда добраться. Так, а куда это он скидывает координаты? Кайф. Нет связи. Ну зашибись. Он думает, я тут типа прохлаждаюсь. Ну чё? Походу, ты прав. Ну, он чё? Тот еще козёл. Ну, вообще, Брайан взял женщину на этот самый, на вертолет. И предлагал еще одному взять. Хотя до этого он сказал, что полный перегруз. Вообще интересно, конечно. Жди здесь, а то увидит, что я не один. Может психануть. Ладно, пригляжу за байком. На уродов из Нера сегодня уже насмотрелся. Да. Хорошо, я скоро буду. О'Брайен сказал, он должен мне кое-что сообщить. Он знал ее второе имя, Ирен. Неужели она жива? Ну, но он-то выжил. Почему она не могла? Ее карточку. Вот он. Ну вот у него-то точно ребризер, у него же даже баллончика нету, вот у него просто такая маска там внизу. Итак, я сейчас тебе все расскажу, но новости плохие. Я нашел человека, он покопался в файлах, которые мы, они хранили, ну пока еще что-то фиксировалось. Я понял, дальше. В общем, Сара Уитакер, твоя жена, поступила в полевой госпиталь в Солончаках Силвер Лейк. Там ее 6 часов оперировали, а потом... Значит, она выжила. Рана была не смертельная. Да, судя по данным в архиве, она полностью восстановилась, и ее перевели в другой лагерь, на крайне чему-то. То есть чему-то... она может быть жива? Так значит, она сейчас может быть где-то... Нет. В каком смысле нет? Лагерь уничтожен. Все было уничтожено. Никто так, не выжил. Что? Так это же было в начале сам. Но ты выжил? И они выжили. Ну, слушай, никто не смог бы спасти тот лагерь. Это трасса 97 была и остается артерией. Зараженные фрики ломанулись толпой из Лос-Анджелеса и пригородов из Сакраменто. Их были тысячи, много тысяч. Мы ничего не могли сделать. Вы свалили, а кого вы взяли с собой? Персонал Неро, федералов, людей с правом доступа. Персонал Неро? Это типа солдат, что ли? Тех, которые должны были защищать гражданских? Ничего не сделать. Да, да, я хорошо знаю, что такое Орда. Мы ничего не могли сделать. Знаешь, что вы могли? Могли взять с собой кого-нибудь, могли спасти хоть кого-то. Да у нас вообще не было времени, не было места. Да они и так все между собой передрались. Я все понял. Я очень тебе сочувствую. Да я, в общем, всем нам сочувствую.
Но ты сам подумай. Если бы ты тогда не посадил ее в вертолет, она бы умерла в считанные часы. Ты все правильно сделал. А, у него пистолет есть все это время. А если бы ты остался рядом, ты бы просто погиб вместе с ней, да и все. Ты думаешь, я этого не знаю? О, Брайан. Спасибо тебе, что спас ее тогда. Блин, кайфовые касцены. С анимацией лица она прям хорошо отыгрывает. Актер. Актеры! Так, а ну-ка. Так тебе камень? Жаль? Да, О, Брайан, тебе жаль? Ха! Он кидает камень и достает дубинку, как в бейсбол играть. А, нет, не достал. Блин, наверное, потому что я, у меня вот так должно быть выбрано. То есть, если, например, достаешь камень, кидаешь... А, ты никак мне не ударишь по нему. Особенно у Брайана. Эмоции лица. Бухарь! Ну да, они такие... Ну, у нас, короче, есть на пятерых. Ну, твою мать, где ж тебя носит, придурок? Маски захват, вот это все. А, черт. Да там еще должен быть О'Брайен. О'Брайен, да, О'Брайен. Давайте ему сделаем полный скафандр, и чтобы... Куда ты подевался? Ботинки. Ну, нет, это мотоцикл. Ботинки на асфальте. 77, кайф. Цветочек. Это здесь. А что это здесь? Мать и мачеха? Что такое? Посмотрим, что тут у нас. Так, сюда. Он же вроде бы за мотоциклом присматривал. А в итоге ушел, хрен пойми куда. А? Что это такое? Дик, ты слышишь? Да. Это Рикки. Hello. Дикон Сент-Джон. Да, Рикки, я здесь. Что такое? Тебя тут искал Шиза. Он сказал, бухарь не вышел на работу. Я волнуюсь. Все нормально. Он со мной. У нас тут дело. Передай Шиза. Мы будем через час. Хорошо. Песик. У меня почти все готово, чтобы заняться трансформатором. А почему песик-то? Да. Это первый песик в игре. Ты тогда скажи, как соберешься. Горячая вода. Я тогда из душа просто не вылезу. Да, хорошо. Звучит здорово. Слушай, Рикки, мне пора. Конец связи. Нет, собачка. Бухарь, ну чё за хрень опять? Я думал, тут малый затарится, а гляжу, упокоители, прикинь, убивают собак. Тихо, тихо. Он не заражен. Он обычный пес. Они по приколу убивают здоровых собак. Потерпи. Готов? Так, ну что ж, по приколу. Да, я готов. Так, ну не торопись ты, чел. Ты ее перестань. Тут хедшотов не планируется, да? Давай. А где? А, не с той стороны. О нет, чел! Да куда ж ты бежишь? Там дробовик, блин. Да как? Ладно, он с ним разберется. Откуда здесь еще? Так, ты в порядке? Все нормально? Вот сволочь, ну, собачек. Да. Вроде это последний. А, ты прям разочарован. Я просто ненавижу этих мразей, понимаешь? Да. Пойдем. Пора уматывать отсюда. А что у него с ногой? Объясни мне, что это было. У тебя как будто, не знаю, как будто башню сорвало. Не знаю я. Наверное, я просто хотел им отплатить.
Хотя в расчете мы с ними никогда не будем, понимаешь? Собачки. Блин, сразу вспомнился Вичер этот квест дурацкий. В смысле, руку. Тратить. Не знаю, что бы со мной было. По идее, кайфовая. Ну, короче, сам понимаешь. Но ты привыкнешь? Да, а куда деваться? Выбора-то ни у кого особо нет. Ну да, ладно, пошли. Бля, ну оба персонажа вообще кайф. Полностью адекватно. Ну, у него, конечно, бывает там иногда какие-то, но вот главный персонаж, у него еще ни разу не было никакого момента, чтобы он там как-то сорвался. Эй, а вон твой байк. Как все прошло? О чем ты? Ты знаешь о чем? Тот хрен в скафандре, что он сказал? Да, неважно. Эй, выкладывай давай. Бухарь, ты вот сейчас зря это затеял. Да на. Думаешь, я тебе одной клешнёй не наваляю? Кали, что он сказал? Вот это опасно. Что произошло с Сарой? А? Где твоя жена? Ах ты, сука! А? А? Полежи, брата. Хватит? Где твоя жена, Дик? Опасная штука. Она умерла, муж. Рефлекс, может? Сара умерла? Да. Твоя Сара давно умерла. Ты не думаешь, что хватит о ней скорбеть? Рефлекс. Боже. Правой ударить. Я думаю, что у тебя зверский левый хук, козлина. О! Ну, правого-то нет. Вставай. Пора мне назад в огород. Это лагерь вымрет с голоду. Собака. И при этом я тебе вломил три раза подряд. Куда едем? В лагерь. Ну, это самое. Не-не, у меня сейчас смена. Вильям, он же на подбросишь меня? Это к северу, от Кэмп Шермана. Ладно. Дикон? Дикон вообще ничего не ест. Он тоже не спит. Я вообще не понимаю, как он функционирует. Какой ужас. Он просто и по КД заправляется и делает какие-то дела. Это же не Outworld, здесь вообще не надо спать. И он это не делает. Вот так. Не успел. Бэм, просто кого. Вот это значит, той ночью она умерла. И ни ты, ни кто-либо другой не смог бы ничего сделать. Не я должен был. Вот, да, просто. Это просто нет. Это просто помогло? Солнце в глаза светит. Ладно, поэтому все, он не хватит. Попал. Но он, кстати, не пытался ударить. Так, на замену. Может быть, он просто хочет, чтобы Вильям, или как его там зовут, лучше себя почувствовал. Просто. Есть над чем подумать. Сейчас прыгнет. А, не, он просто занюхнул перчатку, ему вообще по барабану на эти мотоциклы в сантиметре. Стоп, куда я его веду? На ферму? Упс! А я в лагере завез. Ну, ладно. Шиза, ты на связи? Лагерь Лост Лейк. Шиза! Да, да, что такое? На нас напали! Эй, где твой друг? Он не пришел на работу сегодня. Что творится? Да ты просто заткнись и послушай! Я повез его на работу, и на нас напали упокоители! О, Господи, где? Рядом с Кэмп Роу! Сообщи Железному Майку! Карлос идет сюда, и он не остановится! А о чем я ему толдычил? Месяцами! Да, я ему сообщу. Мы движемся в сторону Тумала. Через пару минут Бухарь будет на месте. Ой, опять это дерево! Он пропустил полсмены, так что придется отработать. Заткнись, Шиза! Слушай, Дик, Кэмп Руф, это ведь в противоположной стороне от Тумала. Выбрали дорогу покрасивее. Отбой! Урод. Козел-то Шиза. Я что-то не понял вообще во всей этой логике. Вот это, наверное, единственное, что мне непонятно. Сценарная линия. Вот этот чел, который сначала типа да-да-да-да, вообще все четко, вообще там все... Да.
и, ну, к главному герою, ну и к... Стойте, я его знаю. Вильяму то же самое. Как будто там больше некому ничего делать. Блин. Давайте, ребята. Ну, работаем. Энергичней. Кто не работает, тот не ест. Ну ты-то... Ты-то как бы... Ты-то что? Надо собрать урожай, иначе... Спасибо тебе. Вот так. Взял бы сам и как бы покопал что-то. Ну. Так, 60, 54, 46. Так, не понял. А почему 54 там больше, чем все? Доступно новое задание. Так, карт. Какое новое задание? Трофей. Нелогично того, что отрабатывает ваши... Вот том-то и прикол. То есть они его поставили, дескать, он там ничего не делает. Хотя мы все привезли в этот лагерь, блин. О, мы сюда едем, естественно. О, это что-то новое. Не понял. Почему это? Это что? Ну, мы тогда сюда поедем сначала. Ох, ядрен туда ехать. МСП? Сент-Джон вызывает Лос-Лейк. Слышу тебя. Майк? Хорошо, слушай. У нас в Бухаре вышла стычка с упокоителями. Они... С упокоителями? Вы что, были за Айрон Рич? Я же сказал! Ты слушай, Майк. Они были здесь, в Кэмп Роук. В Кэмп Роук? Упокоители в Кэмп Роук? А это точно были они? Майк, ты что? Их, знаешь, трудно с кем-то спутать. Все-таки шрамы и мания убивать все, что движется, как-то наводит на мысль. Ладно, успокойся. Мы это договорились о встрече с Карлосом. Завтра Шиза поедет в Айрон Бьюк. Он выяснит, что тут творится у Потомной. Ты посылаешь на переговоры Шиза? О, господи, Майк! Я без тебя знаю, как управлять лагерем. Я сказал, у нас с ними будет мир. Ой, ну так вот освободи. Он все еще жив! Все. Как скажешь, Майк. Вот это как поворот. Скажешь. Ты заправ. Ты вгонишь всех в могилу. Как это он все еще жив? Тут же орда была, он орет, сидит там. А, он еще не может уйти. Давай! Да. Да что ты будешь делать? Что, с этой стороны кто-то? Уже лезть. О, тебе надо. Я знаю, почему Бог такой. Потому что он эти самые инъекторы Ниро использовал. Все в ХП, поэтому он такой стоит. А мы-то сейчас. Другие. Подожди. Эй, слушай. Водища тебя загрызут. Я знаю один лагерь. Лагерь? Где? Чё? Где? Покажи. Я пойду. Иди к Лост-Лейк. Спроси Рики Патил. Это только половина. Пустит. Я думал, мне конец. Представляешь? Да, охренеть. Да, да. Спасибо тебе. Большое тебе спасибо. Скажи им, Дикон. Дикон Сент-Джон. Смотри, чтобы тебя не заметили. И не только лекарства. Еще смысл в том, что мы там электричество пытаемся восстановить для лагеря. И еще Дикон Сент-Джон, это Лост-Лейк, прием. Йоу, да, Майк, Дикон на связи. Я слышал, ты нашел Харпера. Я надеялся, что ты доставишь его живым для суда. Ну, я... Прости, Майк. А, и он... заказы вот эти вот он... постоянно. Короче, делают. Меня опередили фрики. А, черт, Рики мне не сказал. Харпер был из тех, кому никогда нельзя поворачиваться спиной. Но даже он такого не заслужил. Да, Майк, я согласен, но... Знаешь, Дэн Лейн тоже не заслужил боли в спину. Вау! Нормально. Ладно, до связи. Ой, стоп, а это не наша гора? Могли бы заправиться? Хотя не надо заправляться, все в порядке. Нет, это не наша гора, Кек. Ну, шуточку. Тик, ты где, брат? Йоу. Привет, туннель. Я связь плохая. Направляюсь в Мэриан Форекс. Мэриан Форекс? Это еще зачем? Потому что я решил... Да все, как ты сказал. Хватит уже не скорбеть. Пора попрощаться. Ты поедешь к часовне? Не знаю. Наверное.
Господи, ну да, игра долго. Но они... Это она в последний раз. Кайфово обещаю. Долго. Потому что, вот, например, в этом самом... В Райзене, вообще-то, они как будто... Так, стоп, здесь сейчас этих самых не будет. Это радио «Свободный Орегон». Правда, освобод... Нет, я... То есть они, у них вот вроде типа есть здесь, там задания вот туда-сюда, но они все необязательные. То есть, по сути, я они в настроении. Вообще не париться о них. И просто кататься, ездить и получать удовольствие. С этой стороны, это кайф. Нету надуманной долгости, за исключением вот этих касцен, которые ты не можешь проскипать, и диалогов, которые ты не можешь проскипать. И медленной ходьбы за каким-то другим персонажем, который ты не можешь проскипать. О, Орда. Да? Это ж их звук. Нет? Надо бэкнуть. Да, вон они. Нет, это кусты. А я хз. Ой, там кто-то большой. Да, зачем он мне? Не, он мне не надо. Ну, короче, это как отыгрываешься за Outworld, где надо было постоянно по КД пешком бегать, за исключением последнего DLC, где на поезде можно кататься. Здесь ты просто постоянно ездишь на мотоцикле. Более того, тут пешком вообще не вариант. Я пару раз бегал за бензином, это отвратительное ощущение. Уи! Так вот, 3 из 5. Да, получил! Дима, да. Так, стоп, это лагерь, там нам туда не надо, нам вот сюда. Ёшечки, так это мы на полбака заехали аж сюда, 3 километра. Четко. Ой, остановите, написано, все, остановился, поехали. Надо сейчас немножко бензинчик найти по дороге. О, здорово, человек, как дела, чё того? Клетчатку они могут переваривать. Они как медведи, получается. Всеядные. Так, где, по-моему, Бенничек-то есть? Опа-на! Хелло, Бенничек. Что за выставка? Что-то отвратительно поставил. Так. Но это же нехорошее, да? Да нехорошее с нехорошим. Вражеры бьют фриков. И какая-то польза от вас. Как тебе такое, фрик, а? Было бы прикольно. А, видишь, такой... Опа, Орду встретил, и бензин закончится. А, было что-то такое. Привет. Подобное. Прикольное небо. Тут, короче, такое, ты просто не поверишь. Ты же помнишь ту ночь в Фервеле? Ну, то есть понятно, что такое, хрен забудешь. Интересный каламбур. В общем, тот тип из Неру, О'Брайен, он жив. Прощание. Вот такие дела. Фервел. Я, честно говоря, даже подумал, что, может, и ты где-то живая. А я тут, типа... Такой, как идиот, хожу сюда с тобой разговаривать. Хотя я и правда идиот. Но конкретно сюда уже правильно. Ты же не здесь умерла. Ну, мне очень жаль, что меня не было с тобой, когда делали операцию. 6 часов, господи. Мне О'Брайен сказал. Ты всегда была сильной. Короче, мне жаль, что меня не было рядом. И когда на ваш лагерь напали тоже, надо было мне быть там с тобой. В общем, Бухарь приходит в себя. Я вроде уже сказал, что он потерял руку. Долбаные упокоители его изувечили. И мы до сих пор сидим в Лос-Лейк. Судя по всему, мы еще долго там пробудем. Вот так вот. Он сам как заноза в заднице, ты же знаешь. Не, полегче. На днях он напился до чертиков, пошел один домой. Господи, ты бы его видел, не знаю.
Я за него волнуюсь. Ладно, мне пора, так что... Как будто озвучка в другое время была сделана по-другому. Я еще вернусь. Слово пока. Ух. А, так он сказал, еще вернусь, но при этом этому он сказал, что он уже больше не будет больше. Так, теперь нам нужно поехать в церковь. Но перед этим надо подлутать немножко. Угу. Тряпка нет места. В смысле, нет места. У нас для тряпочки всегда найдется место. Стерилизатор нет мест. Да, уже есть все. Вот и все. Мотоцикл заправил, мотоцикл не починил. Я могу ли его починить? Да и ладно, в принципе, и не надо пока. Ого, а что это он так нагнулся? Хех. Жух. Вот так. Ну кто поставил? Не было этих мешков здесь. Он был. Так, где? Что? Вот это. Да, и, блин, поломанное тоже. Ладно, все правильно, отметочка. Что-то опасно здесь, нет? Труба. Ой, какой хороший лут. Сюда. О, у меня трехкратное есть изображение, а фотку можно сделать? Нет? Ладно. Да, блин, как я просто бинокль хотел снять. Ага. Оу. Странно, что этот маршрут нашему навигатору не понравился. Не понимаю, почему. Здесь какой-то лагерь. Река. Так, я здесь. Ой, медведик. Медведик, а куда ты собрался? Ты ж тут не залезешь, медведик. Что-то он задумал. Пора чиниться. Блин, вот сейчас это как раз этот момент, когда орда сбоку. Опа-на! Слева медведик. Палатка такая. Физика. Да пошла ты физика. Все. Ой, медведь кричит. Так, тихонечко надо подраться, чтобы машинку залутать, починить мотоцикл. Хотя, блин, здесь может быть глушитель. Будет тильт, конечно. А, так там еще одна есть. Ой, кайф. Так мы сейчас наверняка пловым будем. Если медведик не кусь-кусь. О, нет, это что, медведик уже? Медведик. Медведик, только не надо. Не надо. Ну не стукай. Не стукай. А, ну вроде он не сильно хочет. Мы же его там развлекают. Так, ну на всякий случай, конечно, я все равно запилю немножко. Ага, накидывайся на него. Да-да, ломай его полностью. Пошел! Пошел вон, глупый медведик! Там вообще хп у мотоцикла на... Он просто рядом прошел и все. Ничего ужасного. Нормально. Так, нам вот сюда надо, но надо тихонечко съехать, чтобы не... Не залутать их. Буровинские. От колес кай. Я открыл, но не залутал. Наверное, полный был. Так, а ну-ка, сейчас мы сделаем кек. Мы такие перекатываемся. И пойдет кинцо. И мы как будто приезжаем на мотоцикле, на самом деле.
Не понял. Уже достает свой коротыш. Он же коротыш называется, правильно? Да, коротыш. Пистолет коротыш? Стоп, а можно quick save просто? А чё он дымится опять? О, хеллоу. Так, перезаряжай. Черт, патронов мало. В смысле мало? Хочешь я еще? А, в смысле в обойме. Магазин. Это все, что ли? Все сюда. Там, блин. Там справа челик еще тоже не тема. Я не знаю где, поэтому неохота что-то идти. Так, а кто здесь прям в центре рядышком? Чего они все там ныкаются? Не ясно где. А, вон ясно где. Надо перезарядить. Блин, я попал. Ну что-то неохота туда лезть. Устроим его! Ой, сейчас усаивать еще будут. На работу. О! Так, ну где-то вот здесь стоит прям. Че, все, он спрятал руки. Готовили брачные обеты? Он в жилетке пришел. По традиции, первым говорит жених. Я начну. Дикон. Мне так жаль, что никто не пришел. Видно, разозлили мы всех. Обе стороны. Но не то... Чтобы всех? Пусть это будет свидетельство моей любви. Для тебя я откажусь от всего. А что, рукалась? Блин, и всех. Надо ласково. Это кольцо — символ моей любви. Похоже на... И оно бесценно. У него нет начала. И нет конца. На бронзу? Люблю тебя. О, черт. Ого! Вижу, это что за фотомас? Кто это такой только что был? Прикройте! Тут уже... Что это-то? Они прокачались? Что ты бежит? Куда ты добежишь? Так опасть, спасть тебе. Это я возьму. Серьезно, это что за чел так что был? Он как... Какого черта он тут носится? Как кто-то чел с сумкой из Аутварда, где-то такая же она была. А у него еще и пулемет ко всему. Че они прибежали? Че им надо вообще всем? Будет ПКД вообще. А, все, он уже такой. Ладно, это так задумано. Так, продолжаем. Это кольцо. Ну да, это похоже. Мое обещание. Так. Я буду всегда любить тебя. О-о. И никогда тебя не оставлю.
Можете поцеловать невесту. О, одну секунду. Вот это я могу вернуть. Если обещаешь, что будешь залезать на меня так же часто, как на байк. Ой, хорошо. Нормально. Объявляю вас мужем и, ну, женой. Ну ладно, я пойду, наверное. Ну пока. Ничего. Больше такого не повторится. Не надо, не надо. Так, ну, это... Осуждаю. Бухарь, слышишь меня? Да, Дик, чего такое? Ты помнишь ту церковь, где мы с Сарой поженились? Ну, в общем, в нее заявилась шайка вандалов. Жаль, я не... Что-то, да, я тебе с ними помог. Что-то я не понял. Громит церковь Сары. Вот суки. Ага, ладно, держись там. Да, уже он не знает, что этот сделал. Не, ну... Ой, а кто там? Кого-то спасать тут надо? Чё-то это как-то, наверное... Что тут синенькое? Так, а какие у нас миссии открылись? Помочь Рике починить... О, да! Наконец-то мы починим добрый транспорт. О, блин. Сколько тут дней прошло? Тут же написано, когда заходишь куда-то. Вот, 800 дней без души. Сейчас, это тот самый день, когда... Эдди, ты на связи? Лазарет Лост Лейк, вы меня слышите? Дикон, я здесь. Эдди, хорошо, слушай. Я что-то... Ты там долго еще будешь? Да, посмотрю. Мне надо с тобой увидеться. Мотоцикл мне, кстати, нормальный. Все чувствую. В чем дело? Ничего такого, я тебе на месте объясню. Блин, слушайте, нам все получше не завершать этот лабиринт. Фаунахна. Не подходит. Да, это же неломаемые штуковины. Дик, слушай, есть работа. Это... Рики, да. Привет. Ладно, заеду, конец связи. Бойк не забудь собрать кучу, как бы. Страх высоты не делает так больше. Плюс один, я что-то то же самое. Какой ужас. Какого дома? У него нет дома. Он... Блин, ну вообще обидно, конечно. Я помню план изначальный, того, что они поедут на север. Куда они из Орегона на север собрались? В Канаду? То есть они изначально с выпивохой хотели поехать в Канаду. А что они бы в Канаде делали? О-о-о! Он кочевник, дом на свежем воздухе. Вот да, точно. Ему бы домик на колес мотоцикл. Вообще немного странно, то есть по плану он же должен быть приспособлен на своем дредолете к тому, чтобы спать и выживать. Но у него одна сумка с патронами и вторая сумка с патронами, и больше, в принципе, ничего у него на мотоцикле нет. О, какие-то челы! Ой, надо срочно помочь! Не помог! Да что ж это за бред? Это вот этот сволочь сверху там... А, у меня пульт закончился! Нет! Ну, мне нужно укрытие.
Сейчас, сейчас дадим тебе пройти. Не пускайте его на фланг! Черт, надо двигать! Перезарядить! Да это какой тильт? Он, у него болтик в ножку попал, и он уже валяется. Но при этом он успел двоих вырвать. А это, между прочим, два косаря было бы доверие. Я не знаю, как бы они отсюда дошли бы вот сюда, но это было бы два косаря, просто так. Это вот как в... И мотоцикл сверху. Кайф! Фонарь включился. Он все еще едет. Лучший. Так. Есть две проблемки. Первая — это мотоцикл почти поломал. Вторая — это бензин почти ушел по делам. Третья в том, что тут же дороги нет, надо еще объезжать. И кажется, мы сейчас останемся без бензинчика. По классике. Не, не останемся. Тут, по-моему, если мы сейчас вернемся сюда, там... Оно едет. Оно едет. Я думаю, я вернусь на дорогу. Там, очевидно, синяки. Оно все еще едет. Вот тут по плану есть бензинчик. Что-то мне так кажется. Надеюсь, не ошибка. Так, а что здесь синенькое это было? Ну ладно, неважно. О, это песик. Не, мне песик не надо. А бензинчика здесь нет? О-оу. Ух ты! Зато есть капот. Да есть. Но вообще, опять же, эмпирическим путем было доказано, что на желтеньком можно 300 метров проехать. Так. Частично с горки, но... О, нет! О, нет! Ну, там невозможно отменить анимацию. Ты как бы просто... Все. Клыкачи — это зараженные волки. Вот, все. Клыкач. И где это мы в итоге? А? О, там... Бухарь, слышишь меня? Я понимаю. Понимаю. Так, так, так. Допустим, допустим. Невозможно без перехода в этом состоянии. В каком этом? Да, Дик, чего такое? Вот в этом состоянии возможно без перехода? Спасибо большое. Блин, эти клыкачи, они жесткие челы, они догоняют на фул скорости байк догоняют. 7% байки осталось, кек. На этом уже не доедешь, придется еще расшириться. Эдди, Бибип? Ты на связи? Да, открой. Лазарет Лос-Лейк, вы меня слышите? Дикон, я здесь. Эдди. Подождите, поздороваемся. Хорошо, хорошо, слушай. Сейчас, сейчас. Ты там долго еще будешь? Мне надо с тобой увидеться. Что-то случилось? В чем дело? Ничего такого. Я тебе на месте объясню. Конец связи. Как фрайзинг, да? Так, ну. Ну. Ну что такое? Ну скажи. Может, я фонариком у нее свечу, поэтому она не хочет торопиться. Дик, давно не виделись. Давно, да. Блэр, как дела? Невежливо ты. Риторический вопрос. Есть охрененные товары. Я знаю. Я знаю твои охрененные товары. Ладно, ладно. Сейчас заправим. Обманщик. Ой, он телепортировался. Заходи позже. Будет новый товар. Да, сорян, чел. Заходи позже, будет новый товар. Бля, но сам он-то он не появится, пока мы его нет. Сам. Так, как мы здесь скрещивали струи? Вот так, да? Да, сойдет. Да-да-да, и как раз неудобно заходить. То, что нужно. Прилягу ненадолго. И это не только он, а еще и я. Большое спасибо за внимание, за чатик. Мы продолжим согласно расписанию вот этому вот. В то время, когда там указано. Вот такие вот дела. А вам приятного времени суток. И до скорой встречи. До свидания. Пока-пока.